Дэвидж, Малан, хорошо, это CS50. И это пятая неделя, которая будет нашей последней неделей в Си. Но это означает, что у нас все будет хорошо. Но с этой неделей, с прошлой неделей и действительно со всеми предыдущими неделями, вы, надеюсь, приобретали, пусть медленно и с некоторыми трудностями. Мы продолжаем заниматься в течение семестра, даже переходя на так называемые языки более высокого уровня. На следующей неделе действительно мы представим Python, очень популярный язык, в котором нет указателей, нет управления памятью на этом очень низком уровне. Но на самом деле это просто потому, что кто-то другой написал код, который сделает это за вас. И это облегчит нам жизнь. Потому что это означает, что когда вы хотите концептуально решить проблему здесь, чтобы просто выполнить реальную работу или создать что-то потрясающее, вам не нужно действительно влезать в те же сорняки в которые мы намеренно попали на этой неделе и сейчас на прошлой. Но цель в конечном счете состоит в том, чтобы вы лучше понимали и могли лучше использовать все, что может сделать компьютер даже на этих языках более высокого уровня. Поэтому сегодня мы сосредоточимся в частности на структурах данных, на том, как вы можете структурировать свои данные в памяти, что на самом деле сводится к созданию вещей в цифровом виде, объединению идей и концепций в памяти с использованием этого нового строительного блока с прошлой недели, который, конечно же, является этими указателями. Указатели позволяют хранить адреса в памяти как в переменных. Но с этими простыми адресами мы можем оставить эти хлебные крошки. Мы можем указывать отсюда туда. И мы можем концептуально соединить фрагменты данных воедино. Но для этого будут разные способы. И сегодня мы сначала сосредоточимся на том, что обычно называют абстрактным типом данных. И подобно типу в языке C в более общем плане, он действительно обладает некоторыми свойствами. Но основные детали реализации абстрактного типа данных в конечном счете зависят от вас. То есть абстрактный тип данных может представлять что-то одно и может что-то делать. Но то, как вы его реализуете, дает вам некоторую свободу действий под контролем. Так, например, в мире информатики очередь на самом деле является техническим термином. Это тип структуры данных, которую мы теоретически могли бы построить в коде на языке C или на любом другом языке. Но очередь обладает такими же свойствами, как и очереди в реальном мире. Например, если вы когда-нибудь выстраивались в очередь за едой в ресторане, или заходили в магазин, или ждали, пока вас пропустят в аэропорт, что же вы выстроились в очередь. Очередь это что-то вроде очереди. Но что примечательно, в очередях так это их специфические свойства. Они являются первыми входящими и выходящими структурами данных, как виртуально, так и в человеческом мире. То есть, в идеале, первый человек в очереди должен быть обслужен первым в ресторане. Или первый человек в очереди должен сначала пройти службу безопасности аэропорта. Напротив, если бы это был не первый вход, вы можете себе представить, как бы вы были разочарованы, если бы вам присуща эта несправедливость. На самом деле, если вы когда-нибудь стояли в очереди в магазине, супермаркете или что-то в этом роде, и вдруг они, возможно, открывают новую очередь. И теперь человек, стоящий позади вас, может срезать путь и идти вперед. Это потому, что они нарушили концепцию очереди. Так что в этом есть врожденный потенциал несправедливости, если вы не сохраняете это свойство первым пришел, первым вышел. Это было бы справедливо и для списка дел, просто ради производительности. Если у вас вошло в привычку составлять список дел на бумаге или виртуально, в идеале вы, вероятно, захотите просмотреть этот список сверху донизу. Чтобы сначала выполнить то, о чем вы подумали, а не всегда сосредотачиваться на своей последней мысли. Сейчас в мире очередей, как правило, есть две операции, две функции, если хотите Которые были бы у любой очереди либо в реальном мире, либо в виртуальном. Постановка в очередь это обычно технический термин, означающий добавление чего-то в очередь. Но конкретно это означает добавление чего-то в конец очереди, чтобы кто-то не встал в очередь, например, чтобы пройти вперед. А затем снятие с очереди это как раз наоборот. Когда приходит время обслужить первого человека в очереди, время, когда первый человек в очереди проходит проверку безопасности, он, так сказать, снимается с очереди. Так что в конечном счете, это техническая концепция, поскольку она реализована в коде. Но на самом деле это просто концепция реального мира. И это в отличие от другого абстрактного типа данных, который мы могли бы назвать стеком. А стек во многом похожий на стопку подносов в кафетерии обладает принципиально иными свойствами. Вы все еще можете добавлять и убирать с них что-то, но подумайте, что получится. Всякий раз, когда они убирают все подносы в кафетерии или столовой, они кладут один из подносов сюда, а затем следующий сверху. А затем следующий сверху, это, это и так далее. Но, конечно, какой лоток вы предположительно используете в качестве пользователя этого физического стека? Предположительно, верхний. Вы же не собираетесь опускаться сюда и пытаться вытащить один из них. И поэтому это, по-видимому, обладает противоположным свойством. Лифа, последний вход, первый выход это то что характеризует что-то вроде стека и это конечно имеет смысл в физическом мире когда вы складываете все эти подносы в кафетерии потому что просто разумнее сначала взять самый последний добавленный поднос последний добавленный и по крайней мере в этом контексте лоткам не обязательно все равно в каком порядке они используются но даже в этом случае вы могли бы представить что возможно в самом низу есть какой-нибудь старый грязный противный лоток который никогда не используется потому что вы постоянно пополняете стопку так что вполне могут быть побочные эффекты такого рода функций возможно вы знакомы Например, с использованием Gmail или любой другой почтовой программы. То, что вы видите в своем почтовом ящике, технически является стеком, по крайней мере, если вы оставили настройки по умолчанию. Почему? Вы получаете новое электронное письмо, где оно заканчивается, а не через пять страниц писем предположительно в самом верху. И следующее письмо прямо вверху, прямо вверху, прямо вверху. Так что если вы похожи на меня, вы виновны в том, что в конце концов потеряли счет некоторым электронным письмам. Почему? Потому что вы поместили в стопку еще так много электронных писем, что теряете счет тем, что получили раньше всего. Однако последним пришел первый сохраняется. Самое последнее полученное вами электронное письмо вполне может быть первым, на которое вы ответите. Но это не обязательно хорошо для отзывчивости всех остальных. Точно так же, если вы храните все свои свитера в такой стопке, как это, например, стопка черных свитеров, под которыми находится красный, а затем синий. Стопка может идеально подойти для того, чтобы держать вещи в порядке. Это самый разумный способ сделать это, если у вас просто есть полка в комнате в общежитии или дома. Но каков будет побочный эффект использования стопки для хранения ваших свитеров? Если они расположены таким образом, а не в очереди? Да. Труднее достать красные и синие? Дэвидж, малан, труднее достать красные и синие. Так, что, по-видимому, вы будете гораздо чаще носить, например, если хотите черные вместо них. Так вот, операции по добавлению вещей в стопку схожи по духу но просто разный словарный запас. Вы кладете что-то поверх стопки. Хотя это больше похоже на мир лотков, вы кладете это или кладете на место. Но толкать значит добавлять что-то в верхнюю часть стопки. А выталкивать значит удалять что-то также из верхней части стопки. Так что дело не в том, чтобы ставить в очередь в конце и снимать с очереди в начале. Со стеком все происходит сверху. Вы нажимаете на вершину, а затем соскакиваете с нее. Теперь, когда дело доходит до реального кода, как мы могли бы реализовать что-то подобное? Что же, давайте просто сосредоточимся на том, как на самом деле вы могли бы реализовать саму структуру данных. И мы не будем реализовывать никаких функций. Вы могли бы реализовать понятие стека подобным образом. Мы уже видели тип DEF раньше. Это просто означает определить мой собственный новый тип. Структура означает, что вот она, структура, она же структура. Структура данных с одной или несколькими переменами внутри. И давайте предположим, что как и в прошлый раз у нас было. Мы уже определили тип данных Pearson, используя отдельный тип PDF. И у каждого человека есть имя и номер или что-то в этом роде. Позвольте мне просто оговориться, что этот человек уже существует. Так что здесь вам возможно придется реализовать стек, массив, называемый людьми с определенной способностью. Может быть это массив размером 10 или 100 или что-то еще. Здесь в данном контексте это константа емкость. И каждый элемент в этом массиве это структура человека и теперь у меня есть и это тоже размер это почти синоним вместимости но может быть интуитивно кто-нибудь хочет предложить почему я по-видимому поддерживаю отдельно вместимость стека но также и размер стека почему здесь эти два различия да вместимость это то насколько высоким может быть стек левич малан да Размер это то, насколько он высок на самом деле прямо сейчас. Дэвидж, малан, идеально. Вместимость это то, насколько высокой могла бы быть стопка, например, сколько места для этих толстовок в моем шкафу. В то время как размер это буквально в данный момент времени количество толстовок в стопке. Предположительно в общей сложности там либо вместимость, либо меньше. Так что же такое вместимость? Что же мы могли бы реализовать это, возможно, знакомым способом? Я мог бы просто определить константу где-нибудь в другом месте в своем коде типа int, который просто определяет и... Ее как емкость 50. Но в чем, возможно, будет недостаток реализации стека таким образом? Использование массива внутри здесь? В чем сейчас недостаток реализации стека с использованием массива этой переменной размера внутри? Возможно, здесь есть какое-то предостережение? Есть какие-нибудь предложения? Да, Дэвидж, Малан. Так что будет сложнее добраться до элементов, которые не являются последними. Это самый последний добавленный элемент. Так что там может быть несколько толстовок, так сказать, далеко внизу. Так что мы это тоже видели раньше. Но в какой-то момент ограничение этого дизайна тоже будет конечным. Я могу максимально вместить в этот пример 50 толстовок или 50 электронных писем или 50 подносов в кафетерии, и это прекрасно. Но, по крайней мере, это действительно конечная величина. И, по крайней мере, в памяти компьютера было бы неплохо использовать больше. И больше и больше, может быть, по мере того, как в компьютер добавляется все больше вещей. Так что, может быть, я за заработаю эти 500 долларов. Или черт возьми, почему бы мне не заработать 5000 или 50 тысяч долларов. Ну и в чем же тут компромисс? Если я хочу, чтобы у меня было достаточно места для роста, похоже мне следует просто бесконечно увеличивать стоимость мощностей. Но почему бы мне не захотеть изменить 50 на 500, или 5000, или 50 тысяч? В чем тут компромисс, возможно, просто интуитивно. Да, потому что я не хочу прикасаться к памяти, которую мне не положено. Дэвид Ш. Малан, вы не хотите прикасаться к памяти, к которой вам не положено прикасаться. И в данном случае это не было бы. Это не было бы риском как таковым, если только вы действительно не переполните стек. Но есть связанная с этим проблема, связанная с запросом такого большого объема памяти. В чем был бы еще один недостаток? У вас есть только один элемент, и у вас есть 5000. Дэвид Ш. Малан, да. Совершенно верно. Так что если у вас мощность 5000 ватт, но вы используете только один из этих элементов, неловко говорить об этом не технически. Это просто очень-очень расточительно. Это просто плохой дизайн. Это правильно, он будет работать до 5000 элементов. Но боже мой, вы тратите впустую 4999 дополнительных мест. И это плохо кончится, особенно если вы используете больше структур данных в памяти. Вашему Mac, вашему ПК, вашему телефону наверняка не хватит памяти, если вы попросите так много. Так что было бы неплохо, если бы там было немного больше динамизма, будь то стек или очередь оба из которых могли бы быть реализованы немного схоже по духу. Но давайте завершим эту абстракцию сравнением, спасибо нашему другу профессору Шеннону Дювалу из университета Илона, который любезно собрал эту графическую анимацию продолжительностью чуть менее двух минут, которая рисует картину этих двух типов абстрактных структур данных. А затем мы углубимся в то, как мы могли бы реализовать подобные проблемы. Если бы мы могли резко приглушить свет. Жил-был парень по имени Джек, когда дело доходило до того, чтобы заводить друзей, у Джека не хватало сноровки. Поэтому Джек пошел поговорить с самым популярным парнем, которого он знал. Он подошел к Лу и спросил, что мне делать. Лу видел, что его друг действительно расстроен. Ну что же, начал Лу, вы только посмотрите, как вы одеты. У вас нет какой-нибудь одежды, которая выглядела бы по-другому. Да, сказал Джек. Я уверен, что знаю. Приходите ко мне домой, и я вам ее покажу. Значит, они отправились к Джеку. И Джек показал Лу коробку в которой он хранил все свои рубашки, брюки и носки. Лу сказал, я вижу, у вас вся одежда сложена в кучу. Почему бы вам время от времени надевать что-нибудь другое? Джек сказал, что когда я снимаю одежду и носки, я стираю их и убираю в коробку. Затем наступает следующее утро, и я вскакиваю. Я подхожу к коробке и снимаю свою одежду сверху. Лу быстро понял, в чем проблема с Джеком. Он хранил одежду, компакт-диски и книги с топкой. Когда он тянулся за чем-нибудь почитать или надеть, он выбирал верхнюю книгу или нижнее белье. Затем, когда он заканчивал, он клал это обратно. Обратно на вершину стопки. «Я знаю решение», — сказал торжествующий Лу. «Вам нужно научиться начинать использовать очередь». Лу взял одежду Джека и повесил ее в шкаф. А когда он опустошил коробку, то просто выбросил ее. Тогда он сказал, «А теперь, Джек, в конце дня клади свою одежду слева, когда будешь ее убирать. Тогда завтра утром, когда увидишь, что светит солнце, возьми свою одежду справа, с конца очереди. Разве вы не видите? сказал Лу. Это будет так здорово. Вы наденете все один раз, прежде чем наденете что-то дважды. И теперь, когда все стояло в очередях в его шкафу и на полке, Джек начал чувствовать себя вполне уверенно в себе. И все это благодаря Лу и его замечательной очереди. Дэвидж, малан, хорошо. Отлично, Дэвидж, Малан, конечно. Это рисует картину этих двух абстрактных структур данных. Но если бы мы действительно нырнули под капот, мы могли бы реализовать их несколькими различными способами. Но нам действительно, я думаю, нужны какие-то строительные блоки, с помощью которых мы могли бы решать подобные проблемы. И сегодня мы увидим также некоторые другие. Итак, давайте вернемся ко второй неделе, когда мы внедряем, мы познакомили вас с вашей самой первой структурой данных. Это массив. А массив, напомним, был всего лишь куском памяти, в котором элементы хранились по замыслу спина к спине. Конкретно это массив непрерывной памяти. Таким образом, с помощью массива мы, безусловно, могли бы хранить не одну вещь, а две или три или даже больше. И поэтому, например, если мы рассматриваем память моего компьютера как эту абстракцию здесь, и здесь изображены 3 байта или их некоторое умножение. Предположим, что мы храним в памяти компьютера массив размером 3, хранящий цифры 1, 2 и 3. Хорошо помните, что если мы уменьшим масштаб за последнюю неделю, то в памяти будут происходить другие вещи. Поэтому даже если мы захотим добавить в этот массив еще одно число, о котором мы не подумали при первом запуске программы, например, число 4, в идеале мы бы поместили его прямо здесь рядом с ним. В противном случае это это уже не массив. Так что по определению, если мы используем массив, он должен оказаться прямо там после трех. Но что еще происходит в памяти вашего компьютера? Ну, предположим, что ваша программа любой длины, и у вас есть другие переменные и другие функции. Вы запускаете ее уже некоторое время, там много чего происходит. И ваша память используется и используется повторно. Так что, например, где-то в памяти может быть непосредственно рядом с этим «Привет, запятая», «Мир», обратная косая черта 0, нулевой символ. Просто потому, что, возможно, у вас где-то там есть другая переменная, которая. Это сохранение этой конкретной строки вместе с вашим существующим массивом третьего размера. И все эти Оскар ворчуны здесь на самом деле просто представляют собой то, что мы назвали на прошлой неделе мусорными значениями. Там явно есть кусочки, потому что они не исчезают. Они всегда будут каким-то образом реализованы внутри компьютера. Но на самом деле мы не знаем и не заботимся о том, что это такое. Это остатки тех байтов, которые использовались для других старых переменных, предыдущих вызовов функций и тому подобного. Но проблема здесь явно в том, что окей 1, 2, 3 есть. Но буква N здесь. И если я не хочу начать откусывать кусочек от своей струны, заменив букву N на 4, мы просто не сможем поместить ее прямо там. И все же, несмотря на то, что повсюду есть Оскары, это действительно мусорные ценности. И поэтому мы могли бы использовать это пространство, потому что оно технически неиспользуемо. Мы просто не знаем и не заботимся о том, каковы его ценности. Так куда же я мог бы положить 1, 2, 3, 4? Ну боже мой, у меня здесь есть вся эта неиспользованная память. Я, конечно, мог бы изменить эти мусорные значения на 1, 2, 3, 4. Но для этого мне, возможно, придется немного поработать здесь. Дело не только в том, чтобы просто сказать «бум», и это произойдет. Теперь, имея дело с языком C и кодом, мне пришлось бы делать это немного более методично. Так что позвольте мне абстрагироваться от всего остального, что отвлекает. Позвольте мне предположить, что действительно есть по крайней мере 4 байта доступных для чисел, просто здесь внизу, чтобы мы могли поместить их в кучу разных мест. Что теперь нужно сделать, чтобы переместить 1, 2, 3 в этот новый фрагмент памяти, чтобы мы могли добавить 4? Ну, я думаю, концептуально нам придется скопировать единицу из старого в новый. Скопируйте 2 из старого в новое. Скопируйте 3 из старого в новое. И тогда в конечном счете мы сможем избавиться от старой памяти. Эти три исходных байта теперь могли бы выглядеть как Оскар Варчун и быть просто мусорными значениями во всех смыслах и целях. Но теперь у меня есть место для четвертого байта, в котором я могу поставить цифру 4. Так что это здорово. Но в чем недостаток такого подхода? В чем недостаток решения проблемы таким образом, когда задача состоит в том, чтобы просто увеличить массив, так сказать, увеличить его размер, чтобы вместить одно или несколько чисел. Это кажется довольно прямолинейным. Но да. Это просто не по порядку. Вы перемещаете раз, два, три, четыре в самый низ. Дэвидж, Малан, может быть, это не по порядку. Но я думаю, что это нормально, потому что порядок имеет значение только потому, что он относителен. Так что пока он все еще не прерывен спина к спине в другом фрагменте памяти, я думаю, что там все в порядке. Это не значит, что я изменил его из 4, 3, 2, 1. Но у меня есть разумная догадка. Да. Дэвидж, Малан, да, на самом деле я не планировал здесь ничего заранее. Если мне придется добавить еще одно число, например, 5 или что-нибудь еще, мне, возможно, придется снова прыгать через эти обручи. Может быть, мне повезет, и, может быть, там найдется свободное место. Но нет, если у меня есть другие другие переменные и другие вещи, которые тоже могут быть использованы в какой-то момент. Другие мысли. Да. Низкая эффективность. Дэвидж. Малан. Низкая эффективность. Почему? Дэвидж. Малан, да. Я имею в виду, это просто неэффективно. Возможно, это плохой дизайн. Почему? Потому что у меня здесь была копия всей моей оригинальной работы. И как вы заметили, если я захочу добавить пятое число, мне придется копировать его снова и снова и снова. И проделывать это n раз снова и снова. Сейчас, может быть, это необходимо. Скоро мы в этом убедимся. Но мне кажется, что добром это не кончится, особенно если массив размером не 3 или 4, а 300-400. Ваш компьютер в конечном итоге тратит так много времени на то, чтобы просто вращать свои колесики. Я имею в виду, честно говоря, лучше было бы вот так. Если это мой тот же самый массив, физически воплощенный сейчас, раз, два, три, он буквально на краю полки. Так что здесь нет места для номера четыре. Может быть мы могли бы взять эту историю так. Ну давайте просто найдем место для четверых. Давайте просто поместим четверку, например, вот сюда, заменив какое-нибудь доступное мусорное значение, какой-нибудь запасной байт вот здесь. Но сейчас подождите минутку. Я нарушил определение массива. У меня не может быть здесь одного, двух, трех, а затем четырех. Так что, может быть, может быть, есть механизм, если я снова включу эту штуку. Где, когда вы дойдете до конца существующих элементов, может быть, я просто каким-то образом в цифровом виде укажу на четвертый массив. И, может быть, мы сможем сшить воедино все эти различные значения в памяти, чтобы, если вы будете следовать, так сказать, за стрелками, мы могли точно восстановить каков даже порядок. Без необходимости искать или освобождать место здесь или брать все эти номера и перемещать их туда. Так что, возможно, это то направление, в котором мы будем двигаться здесь. Так что давайте посмотрим, как мы могли бы добраться до этого места следующим образом. Позвольте мне пойти дальше и открыть, скажем, код versus здесь. Позвольте мне открыть программу под названием «Лист». C в моем терминале. И позвольте мне продолжить и создать относительно простую программу, которая просто демонстрирует то, что мы сделали на второй неделе, когда ввели массивы следующим образом. Позвольте мне включить файл Studio H, чтобы мы могли распечатать материал. Позвольте мне сделать int main void. Пока никаких аргументов в командной строки. Позвольте мне создать массив под названием лист третьего размера и я просто жестко закодирую его, чтобы он был простым ради лекции, каждый из которых будет целым числом. А теперь, просто чтобы нам было о чем поговорить, позвольте мне назвать нулевую скобку списка номером 1, скобку списка 1 номером 2 и скобку списка 2 номером 3. Поэтому я просто перевожу в код то, что мы только что изобразили на экране, а также физически здесь, с этими цифрами на столе. А теперь давайте просто сделаем для этого что-нибудь умеренно полезное. Как насчет того, чтобы сделать 4? Я получаю 0, я меньше 3 я плюс плюс. Давайте просто распечатаем каждое из этих чисел, просто чтобы убедиться, что они действительно в памяти, как я намеревался. Итак, я ставлю обратную косую черту через запятую i, а затем точку с запятой. И я думаю, что на данный момент это все. Так что ничего интересного. Пока еще ни одна проблема не решена. Просто доказательство концепции. Так что теперь, когда я очищаю свой терминал и запускаю make list, никаких видимых ошибок в терминале нет. И поэтому, когда я сейчас сделаю список с косой чертой, я должен увидеть, надеюсь, слева направо, 1, 2, 3. Но, конечно, если я захочу добавить четвертое число сейчас, сейчас для этого нет никакого механизма. Конечно, в коде, который я только что написал, я мог бы вернуться сюда и изменить это на 4. Я мог бы спуститься сюда и изменить скобку, в которой 3 равно 4. Я мог бы просто вручную изменить код, перекомпилировать код. Но, конечно, это не дает мне никакой дополнительный взлет на посадочной полосы для 5 или 6 номера. Так что позвольте мне попробовать применить другой подход, черпая вдохновение из опыта прошлой недели. Если я хочу распределять память динамически, может быть потому, что я не знал, когда писал программу, сколько байтов мне нужно. У нас есть еще одна функция, начиная с прошлой недели, которая не требует, чтобы вы заранее фиксировали определенное количество байтов. С помощью какой функции вы можете просто запросить у операционной системы определенное количество байтов? Фрагмент памяти. Итак, мелок, выделите память. Массив — это всего лишь кусок памяти. И хотя со второй недели мы используем этот синтаксический сахар, это удобство простого использования квадратных скобок и индексации в нем. Это просто облегчает манипулирование куском памяти, который смежен все вместе назад, назад, назад. Итак, сегодня, как и на прошлой неделе, мы можем снять эти три Колеса и, возможно, быть немного более осмотрительными в том, как мы распределяем память. Позвольте мне пойти например и сделать это. Позвольте мне удалить содержимое моей основной функции здесь. Вернитесь в главное. И позвольте мне предложить прямо сейчас объявить, например, как насчет того, чтобы мой список был больше не массивом, а указателем. Итак, звездный список. И я собираюсь продолжить инициализировать это так. Как насчет фрагмента из трех целых чисел на данный момент. Так что я все равно собираюсь жестко закодировать его. Но пока я делаю шаг к большему динамизму. Поэтому позвольте мне выделить в три раза больше, чем размер int. Но как мы знаем, обычно это 4 байта. Так что на самом деле это будет 3 умножить на 4 равно 12. Но это немного более динамично. А теперь что я могу здесь сделать? Ну, это всего лишь фрагмент памяти. Так что я могу буквально перечислить, что 0 в скобках равен 1. 1 в скобках списка равен 2. Второй в скобках списка равен трем. И вуаля, достигнете точно такого же эффекта. Потому что, опять же, массив — это всего лишь кусок непрерывной памяти. Но мелок дает вам любой старый кусок непрерывной памяти, так что вы можете скорее относиться к одному здесь, как к другому. Теперь, если вы действительно хотите быть крутым, вы можете вместо этого сделать что-то вроде этого. Вы могли бы разыменовать адрес в списке и пойти туда. Вы могли бы спуститься сюда и разыменовать список плюс один и пойти туда. Но, честно говоря, на самом деле никто не пишет такой код. Это просто слишком загадочно. Это слишком далеко за гранью, по крайней мере, мере для большинства людей. И поэтому я думаю, что синтаксический сахар, как я продолжаю его описывать, просто более удобная для пользователя нотация в квадратных скобках делает то же самое. Вычисляет арифметику указателей и помещает каждое из этих целых чисел в правильные фрагменты. А теперь просто чтобы быть супер педантичным, позвольте мне убедиться, что что-то пошло не так. Так что если лист равно нулю, это означает, что что-то пошло не так. Например, у моего компьютера закончилась память, которую мы обычно должны проверить. Поэтому позвольте мне просто немедленно вернуть единицу, сигнализирующую о чем угодно, кроме нуля, что как правило означает успех. Успех, просто чтобы выйти из этой программы, потому что что-то не так. Но теперь позвольте мне предложить, что у меня было. Что же, давайте сделаем это. Для int i получается 0, i меньше 3 i. Хотя лучшим дизайном всегда было бы использовать канст. Но я делаю это просто для демонстрации. Давайте распечатаем каждый из этих целых чисел тоже. И просто убедитесь, что я ничего не напутал. И позвольте мне снова открыть окно моего терминала. Позвольте мне снова составить список. Ха, неявно объявляя библиотечную функцию malloc, мы вводим void или что-то еще, что-то неявно объявляющее. Это оперативные слова там. Что я напортачил? Да, нужен заголовок. Дэвидж, Малан, да. Я забыл заголовочный файл, в котором объявлен Мелок. Теперь я вспомнил хорошо, это в стандартной библиотеке. H. И это нормально, посмотреть подобные вещи, если вы забыли. Так что позвольте мне включить стандартную библиотеку. H. А теперь позвольте мне очистить свой терминал. Снова запустите Make List. Теперь все в порядке. Список с косой чертой. А теперь скажите, что я сделал не так. О, хорошо. Не намеренно, но поучительный момент. Что я сделал не так? Да. Вы печатаете. Дэвидж, Малан, да. Я печатаю значение i вместо того, что находится в местоположении i в массиве. Так что на самом деле я хотел распечатать это. Спасибо вам. А теперь позвольте мне перекомпилировать список с точкой и косой чертой. И теперь это те три значения, которые я ожидал, а не их индексы. А теперь позвольте мне просто предложить ради обсуждения, что я сожалею о том, что выделил место только для трех целых чисел. И возможно мне действительно следовало выделить достаточно места для четырех. Так вот это не то, как вы поступили бы на практике. Потому что, по-видимому, если вы передумаете, просто вернитесь назад и исправьте код. Но позвольте мне предположить, что где-то здесь находится более сложная программа и проходит время, точка, точка, точка. Там много другого интересного кода. Но в какой-то момент я, возможно, захочу выделить себе больше памяти. Так как же я могу это сделать? Хорошо, позвольте мне просто попросить операционную систему предоставить 4 новых байта памяти, чтобы мы могли, по крайней мере, в первой версии Реализовать идею на плате, где я просто скопировал 3 байта в новые 4 байта, а затем добавил четвертое значение. Поэтому я снова собираюсь использовать мелок. И я скажу: вот новая указка. Я буду называть ее темп, сокращенно темп, что довольно часто встречается, когда она вам просто нужна ненадолго. Затем я снова позвоню Малоку. Я скажу: дайте мне 4 целых числа, используя размер. Позвольте мне еще раз убедиться. Так что если темп равно нулю, что-то пошло не так так что позвольте мне просто немедленно вернуть единицу. И для пущей убедительности, прежде чем я верну единицу, позвольте мне освободить исходный список, чтобы не допустить утечки памяти. Так что я не собираюсь просто сразу возвращать один из них. Я веду себя как добропорядочный гражданин и помню, что если этот вызов Мелок действительно удался, и я действительно добрался до 18 строки. Но затем 18 строка не удалась, я должен освободить память, которую я ранее заблокировал. Еще раз повторяю, это эмпирическое правило. Если вы выделяете его, вы должны быть тем, кто освободит его еще до того, как соберетесь уволиться. Теперь, как только я это сделаю, я думаю, мне нужно сделать то, что мы сделали наглядно на экране, где мне нужно скопировать единицу, двойку, тройку из старого массива в новый. Так как же я могу это сделать? Хорошо, позвольте мне сделать себе петлю. Итак, для int я получаю 0, я меньше трех, я плюс плюс потому что размер оригинала все тот же. Позвольте мне продолжить и рассматривать новый кусок памяти, называемый темп, как сам массив. И поэтому я абсолютно точно могу использовать эти квадратные скобки, как и раньше. Это всего лишь фрагмент памяти. Я рассматриваю его как массив. И позвольте мне добавить к этому значению все, что есть в исходном списке вместо положения i. Так что это опять же просто упражнение по копированию от старого к новому шаг за шагом единицы, двойки и тройки. Но мне все еще нужен один дополнительный шаг. Если моя цель сейчас состоит в том, чтобы в конечном счете получить здесь четвертое значение, что же, я просто закодирую это жестко для демонстрации. И я собираюсь перейти к самому последнему местоположению темп, которое имеет четвертый размер. Это означает, что последний элемент в темп это третья скобка темп потому что она проиндексирована с нулевым индексом. Но там всего 4 пробела. И я просто произвольно ради обсуждения поставлю там цифру 4. И именно это произошло, когда мы предложили изменить конечное значение мусора там на эту четверку. Но теперь мне нужно сделать то, что слайд волшебным образом сделал для нас на экране. Теперь я должен сделать пару заключительных вещей. Я должен освободить исходный список, чего я еще не сделал, потому что раньше я называл свободным только в случаях ошибки. И это было просто на всякий случай. Теперь я могу освободить список. И теперь если я хочу сообщить компьютеру, что мне нужен список, Цитирую без кавычек, чтобы моя переменная, называемая лист, указывала не на старый фрагмент, как это было изначально, а на новый фрагмент. Я думаю, я могу просто сделать это ⁇ список равен темп ⁇ И опять же, это просто говорит о том, что если список ⁇ это указатель, то так оно и было. Потому что посмотрите на самую верхнюю строку здесь, в шестой строке я объявил список указателем на кусок памяти. Тем временем темп ⁇ это отдельный указатель на кусок памяти. Итак, здесь в строке 33 я просто говорю ⁇ хорошо, теперь поскольку я уже освободил старый кусок памяти, моя переменная списка должна указывать не на этот кусок в 3 байта, а на этот кусок в 4 байта или на самом деле всего 12. Вернее сейчас 16 потому что у нас есть 4 таких байта. Теперь вопросы по этому коду, смысл которого состоял в том, чтобы просто продемонстрировать. Как мы могли бы реализовать в коде эту идею относительно правильного, но неэффективного выделения нового массива достаточного размера, а затем заполнение его новым четвертым значением. Есть вопросы по поводу того, что мы здесь только что сделали? Нет. Да. Дэвидж, Малан, хороший вопрос. На данном этапе истории в строке 33, разве у меня нет двух разных переменных, указывающих на один и тот же фрагмент памяти? Короткий ответ, да. Но вот здесь семантика, возможно, убедительна. Список – это переменная, которую я намерен использовать в долгосрочной перспективе и хранить в памяти. И опять же предположим, что здесь происходит еще больше кода, который мы просто еще не написали. Так что полезно иметь эту переменную. Тем была просто необходимым злом. Потому что здесь наверху это было бы неправильно. Было бы неправильно сказать, что список в строке 18 равен новому фрагменту памяти, потому что это означало бы утечку памяти. Если я преждевременно изменю темп, чтобы указать не на старый кусок, а на новый кусок, в этот момент никто не указывает на старый кусок. И поэтому я потерял эти три байта. Вальграйнд, например, накричал бы на вас за то, что вы потеряли столько байт в памяти. Так что в данном случае я оставляю это как временное. Да, на данном этапе это дублирование. Но это не имеет большого значения, если семантически это просто временное значение. Но здесь внизу рискую потерять еще одну строку кода, я все равно хочу, чтобы быть добропорядочным гражданином. Составить бесплатный список и, возможно, просто для убедительности явно вернуть 0. Но обратите внимание, он не делает это дважды как таковой в строке 31. Что я освобождаю? Первоначальный адрес списка. Версии из трех целых чисел. Тогда я меняю то, на что указывает список. Так что он указывает на совершенно другой фрагмент памяти, на этот раз четвертого размера. Так что в конце концов, когда я закончу использовать эту память для этой демонстрации, мне все равно нужно будет освободить список. Но на данном этапе сюжетной линии сорок это указывает на новый кусок памяти, который мне точно так же нужно вернуть операционной системе бесплатно. Да. Дэвидж, Малан, когда темп будет равен нулю. Так что позвольте мне немного прокрутить назад. Это значит быть хорошим гражданином и хорошим программистом. Всякий раз, когда дело доходит до использования мелок, Мелок может возвращать значение null, если на компьютере не хватает памяти. Так что, возможно, это гораздо более масштабная программа. В ней происходят и другие вещи. И поэтому у вас просто недостаточно доступной памяти, чтобы ее можно было передать. Малок должен просигнализировать вам о том, что произошла какая-то ошибка. И поэтому, согласно документации, страницы руководства будут возвращать значение null. Так что это просто я, добропорядочный гражданин. В противном случае, вот еще одна ошибка, которая может привести к сбою вашей программы из-за ошибки сегментации. Если вы получите обратно 0, но предполагаете, что это хорошая память, которая будет адресована нулю, он же null намеренно приведет к сбою вашей программы. Да. Если вы хотите написать в самом низу программы и вы просто поставите, это будет то же самое, не так ли? Дэвидж, Малан, правильно. Если бы я изменил свою последнюю строку 40 здесь на бесплатную временную, это тоже сработало бы. И здесь это действительно вопрос дизайна. Это очень придирчивая вещь. Мы, вероятно, могли бы обсудить это. Но поскольку на данном этапе истории моя главная переменная, позволяющая запомнить, где находится список, называется списком. Это более ответственный способ сделать это, освободить список. Просто чтобы мои коллеги, мой ТИ, не задавались вопросом, почему вы освобождаете временную память, которую вы уже освободили. На данный момент это просто семантическая вещь. Но хороший инстинкт. Это тоже сработало бы. Правильно. Может быть просто не очень хороший дизайн. Так что получается, что это быстро надоедает, как это было на картинке с дублированием всего этого. И хотя технически эти значения необходимо скопировать, если вам нужен новый больший объем памяти. Все есть, по крайней мере, функция, которая многое упрощает для нас. И в самом деле, позвольте мне сделать это. Вместо того, чтобы использовать мелок, во второй раз в строке 18 в дополнение к первому, когда я использовал его в шестой строке. Я на самом деле попытаюсь ввести другую функцию, называемую рилок, которая как следует из названия пытается перераспределить память для вас. И это работает немного иначе, чем мелок. Рилок ожидает двух аргументов. Первый из них – это то, что представляет собой кусок памяти, который вы хотите попытаться увеличить или уменьшить, то есть перераспределить, чтобы он был другого размера. А затем вы указываете, какой размер вы хотели бы. И действительно, в данном случае я хочу в четверо больший размер int. И теперь это, надеюсь, даст мне новый адрес фрагмента памяти, достаточно большого, чтобы вместить все четыре числа. Но что замечательно в перераспределении, так это то, что оно справится со всем копированием за меня так что на самом деле я собираюсь спуститься сюда. Я собираюсь избавиться от всего этого, от этого дополнительного цикла for. И вместо этого я просто сделаю вот что. Как только я смогу доверять после строк с 18 по 23, что перераспределение сработало, и оно не вернуло значение null, потому что у меня закончилась память. Я могу просто сказать, хорошо, просто сразу вспомните, что новый список указывает на этот новый кусок памяти. И потом я все еще могу исполнить эту реплику. Но я могу подправить семантику здесь и просто сказать, что скобка списка 3, новое конечное местоположение в новом списке равно 4. Мне не нужно освобождать это здесь. Мне не нужно этого делать. Все, что мне нужно сейчас внизу, это заключительный цикл for, чтобы просто распечатать эти значения. Короче говоря, несмотря на то, что это было несколько быстро, использование рилок просто перемещает весь процесс копирования, который я реализовал сам мгновение назад с помощью цикла for. Он просто перемещает его в рилок и позволяет ему справиться с копированием за меня. Это не более эффективно, но по крайней мере означает, что я пишу меньше кода, что более приятно. И надеюсь, люди, которые написали мелок или рилок умнее меня, и они просто будут вводить ошибки с меньшей вероятностью. Это было очень много. Есть вопросы. Почему вы все еще должны это делать? Дэвид Ш. Малан. Хороший вопрос. Почему вам все еще нужно сделать список равным темпу, как я сделал в строке 24? Так что в идеале я бы сделал это. В идеале я бы просто изменил эту строку 18 на список. То есть назвал бы, или на самом деле еще лучше, в идеале я бы просто сказал перераспределить этот список, чтобы он был такого нового размера. Но опять же, при выделении памяти что-то может пойти не так. Вам нужно проверить возвращаемое значение, чтобы узнать, было ли оно успешным или нет. И поэтому нам нужно использовать возвращаемое значение. Так что давайте не будем вводить временные рамки. Давайте просто использовать список. Но вот тут-то и может произойти утечка памяти. В случае сбоя перераспределения, нехватки памяти, для ваших 4 байтов, поэтому он возвращает по определению null. Вы не можете перезаписать исходное значение списка нулем, чтобы затем проверить его. Почему? Потому что теперь кто помнит, где были исходные 3 байта. Если вы преждевременно измените значение списка, вы проиграли. В этом смысле у вас произошла утечка памяти. И вот почему, позвольте мне отменить это изменение, я объявляю временный указатель с единственной целью убедиться, что я могу проверить возвращаемое значение. А затем, как только все будет хорошо, я обновлю значение лист. Так что это означает переключение, сначала убедив что у вас есть новое значение для обмена со старым. Еще вопросы по этому коду. Да. Перераспределяется ли память там, где она хранится? Дэвидж. Малан, действительно, перераспределение автоматически освобождает для вас предыдущую память. И что еще лучше, это даже умнее. Если вам повезет и сразу после вашего существующего фрагмента памяти окажется свободное место, так что 1, 2, 3, мусорное значение вместо 1, 2, 3. Привет, мир! Перераспределение даже не потрудится скопировать вещи из старого в новое. Он просто скажет, хорошо, теперь я зарезервирую для вас больше байт, чем вы изначально просили, чтобы ему не пришлось тратить время на копирование. И поэтому в этом смысле эта версия теперь не только по-прежнему верна, она даже лучше разработана, потому что мы не тратим время впустую на этот цикл фор. Возможно, нам придется прибегнуть к нему, если на самом деле возникнет привет, мир или что-то еще на пути. Но, надеюсь, нам повезет и мы сохраним эти шаги. Есть еще вопросы по этой манипуляции с кодом здесь? Да, посередине. И что же? Дэвидж Малан. Что делать, если вы хотите изменить размер двумерного массива? Это очень похоже по духу, благодаря чему вы можете использовать ту же хитрость. Позвольте мне пока махнуть на это рукой просто потому, что я думаю, что это значительно усложнит задачу. Но в конечном счете это те же самые примитивы. Двумерный массив по сути представляет собой просто вдвое длинный или квадратично более длинный список памяти, который с использованием обозначения в квадратных скобках выполняет за вас часть этой умственной математики. Но это принципиально ничем не отличается от того, что происходит под капотом. Итак, с учетом сказанного и того кода, который у нас за плечами, даже если это не то, что вам часто придется кодировать самостоятельно, давайте теперь предложим, как мы могли бы сами создать некоторые реальные структуры данных новым ингредиентом здесь является реальность того что если вы хотите изменить размер фрагмента памяти так чтобы освободить место для вещей теперь у нас есть такая возможность адреса памяти а указатели просто дают нам возможность указывать на предметы и перемещать их в памяти но теперь когда у нас есть мелок и даже перераспределение вы можете себе представить возможно перемотку и вы могли бы реализовать этот стек эту очередь используя не массив как таковой потому что вы должны заранее зафиксировать размер массива но если вы реализуете свой стек или очередь с помощью указателей, а затем мелок и рилок и возможно кто-то другой напишет весь этот код за вас возможно теперь вы можете представить что теперь стек может расти или уменьшаться используя соответственно рилок вам не нужно упреждающе говорить Дайте мне 5 байт или 50 или 500 или 5000. Вы можете сказать. Просто дайте мне 1 байт изначально. И если мне понадобится больше, я перераспределю, перераспределю, перераспределю. И если вы продолжаете вытаскивать что-то из стека, вы можете перераспределить в другом направлении и запросить все меньше и меньше байтов. И операционная система также может вернуть эту память обратно. Итак, теперь у нас есть этот строительный блок. Давайте посмотрим, что мы можем с ним сделать. Итак, за последние недели у нас появилось несколько фрагментов синтаксиса. И все это мы собираемся объединить немного более умным способом. Итак, стракт это ключевое слово в языке которая позволяет нам создавать нашу собственную структуру в памяти, например, набор из двух, трех или более переменных. Например, человек, которого мы видели раньше. Оператор точки напомним мы использовали, когда у вас действительно есть структура, похожая на человека, и вы хотите проникнуть внутрь нее. Так что Пиорсен, Name или человек. Номер. Мы сделали это несколько недель назад. Сейчас, но оператор dat просто позволяет вам зайти внутрь структуры и получить отдельные переменные внутри нее. И потом оператор star, к сожалению, сейчас имеет много применений. Одним из них было умножение. Боже мой, в те времена это было легко. Теперь это используется для объявления указателей. Это также используется для разминавания указателя. Таким образом, чтобы создать один из них, а затем перейти по этому адресу. К сожалению, это один и тот же символ для всех них. Но все это взаимосвязано. Но с этими тремя символами получается... Сегодня вы получите последний, и боже мой, это наконец похоже на концепцию. Оказывается, есть умный способ в любой момент, когда вы захотите использовать точку и звезду вместе то есть пойти куда-нибудь и перейти по адресу, а затем заглянуть внутрь структуры. Вы можете буквально использовать символ стрелки на клавиатуре. Это не одно нажатие клавиши. Это дефис, а затем открытая угловая скобка. Но, по крайней мере, это похоже на стрелку. И сегодня мы действительно увидим в коде то, что я в прошлый раз рисовал на экране желтыми стрелками, теперь вы можете выразить и в коде. Итак, здесь у нас есть наша следующая структура данных, называемая связанным списком. И это одна из самых полезных мощных концепций в C. Это то, что вы можете считать само собой разумеющимся в Java, Python и языках более высокого уровня. Но сегодня мы посмотрим, как мы или другие люди на самом деле можем построить эти вещи, просто используя те же самые примитивы. Таким образом, связанный список позволит нам фактически сделать то, для чего мы использовали пенопластовый палец на прошлой неделе, позволит нам связать вместе, например, эти три значения. Возможно, с тем четвертым значением вон там. И тогда, если есть пятое значение... Может быть, этот другой пенопластовый палец указывает еще дальше на это пятое значение. Ключ в том, что вы можете сшить вместе более причудливые структуры данных без необходимости собирать все это и находить новое пространство. Вам просто нужно хотя бы как-то соединить точки. Нам просто нужно как-то указать от одного к другому. И это, казалось бы, сделает работу намного эффективнее. Так как же нам туда добраться? Вот память моего компьютера, как всегда. Предположим, что я храню где-то там значение 1. И оно находится по адресу 0 на 123, неважно. И я храню значение 2 где-то в другом месте памяти 0 на 456. А число 3 по адресу 0 на 789. Этого нет в массиве по определению. Почему? Даже если это единственные три вещи на экране. Что делает это не массивом? Он не является непрерывным. Дэвидж, Малан, он не является непрерывным. Так что это нарушает определение массива. Но вы знаете, особенно с учетом того, что они последовательны, для человека это выглядит как список. Так что было бы неплохо, если бы существовал тип данных, называемый списком. А все, его нет, он будет в Python. Но знаете что? Если бы я мог каким-то образом соединить эти три значения, чтобы я мог переходить от одного к следующему, то я думаю, что мы могли бы реализовать идею концепции списка без этого действительно раздражающего ограничения, чтобы все они были смежными, как в массиве. Так как же мне это сделать? Ну, в конце концов, в моем распоряжении есть только память. Здесь больше нет тренировочных колес, которые можно было бы снять. Это то, что у нас есть под капотом компьютера. Так что если все, что у меня есть, это память, я думаю, решение этой проблемы объединения этих значений в список должно заключаться в том, чтобы потратить немного больше памяти. Это буквально единственный ресурс, который у нас есть прямо сейчас. Поэтому позвольте мне предложить, что если мы хотим концептуально создать список из трех значений, которые находятся в случайных, хотя и живописно красивых, в памяти. Позвольте мне просто добавить немного больше памяти к картинке. Поэтому в дополнение к хранению одного из них я оставлю себе немного места, небольшой блокнот для царапин, если хотите, чтобы использовать и другие кусочки. То же самое для двух. То же самое для трех. И вы, возможно, можете видеть, к чему это ведет, основываясь на прошлой неделе. Если я хочу каким-то образом соединить единицу с двойкой, есть ли какие-нибудь соображения относительно того, что я должен написать в этом поле здесь? Что эффективно привело бы меня от единицы к двойке? Что здесь может быть? Да. Дэвидж, Малан, мы могли бы сохранить адреса двоих. Итак, в частности, что бы вы хотели, чтобы я здесь написал? Указатель 0 на 456. Дэвидж, Малан, идеально. В идеале я бы просто поместил в это поле другое целое число, которое представлено в 16-ричном формате. Но это всего лишь базовая система. Мы должны смотреть на это по-человечески. Я поставлю здесь значение 0 на 456. Так что позвольте мне рассказать об этом. 0 на 456 идет туда. Возможно, вы сможете дальше увидеть, к чему это ведет. Ну, если я хочу перейти от двойки к тройке, я думаю, мне нужно поставить под двойкой адрес тройки, что дает дает мне 0 на 789. Теперь если 3 это конец списка, я не хочу, чтобы это было какое-то мусорное значение. Потому что это означало бы, что кто знает, куда оно указывает. Мне нужна какая-то окончательная ценность. А каковы были бы ваши инстинкты? Если я хочу прояснить с помощью какой-то особой сторожевой ценности, что доллар здесь останавливается, что мне поставить? Каковы могут быть мои варианты? 0? Дэвидж, Малан, да, так что 0. Не NUL как таковой, а NULL, что было новым ключевым словом, которое мы ввели на прошлой неделе, которое просто представляет пустой указатель, если хотите? Технический адрес 0 на 0. Буквально нулевой адрес. И то, что люди сделали много лет назад, они просто решили: знаете что? Ничто и никогда не должно жить по нулевому адресу в памяти. Мы просто оставим этот один специальный байт в качестве специального сигнала, контрольного значения, чтобы если вы когда-нибудь увидите нулевой адрес в указателя, это просто означало, что он недействителен. Его не существует. Теперь мы пишем это хоть немного приятнее для глаз, как просто NULL -L за главными буквами. И это ключевое слово также в языке C. Но конечно на прошлой неделе я утверждал, что кого волнует, где что находится в памяти. И, честно говоря, это быстро утомляет даже беспокоясь об этих ценностях. Итак, позвольте мне абстрагироваться от этого и предложить, чтобы если мы хотим запомнить, где находятся все эти числа в памяти, Давайте дадим себе один заключительный фрагмент памяти, который просто позволит нам начать весь процесс. Позвольте мне выделить здесь с левой стороны место не для числа, например 1, 2, 3, а просто для указателя, который отныне я думаю я буду называть списком по соглашению. А затем сохраните в этом одном дополнительном указателе значение, которое просто запустит весь процесс. Это карта сокровищ, если хотите, которую вам вручат и на ней указан адрес самого первого фактического узла в памяти. Теперь технически мы могли бы просто начать с этого. Но как оказалось, мы увидим, что немного чище использовать простой одиночный указатель, который ведет к тем вещам, которые вас волнуют в отличие от того, чтобы просто начинать с первого элемента Y. Ну если вы когда-нибудь захотите избавиться от этого элемента, было бы неплохо, если бы вы могли хотя бы по-прежнему держаться за пустой лист бумаги, который указывал бы, что список пуст. Был бы одним из аргументов в пользу этого. Итак, опять же, кого сейчас волнуют эти адреса? Теперь взмахнув рукой, давайте просто Абстрагируемся от этого. А вот и наши указатели. Каждый из этих адресов в квадратах внизу просто указывает на следующий элемент в списке. Жаргон, который я хотел бы здесь вести, будет заключаться в том, что теперь у нас есть эти целые числа 1, 2, 3. Но они находятся в этих оболочках, если хотите, в этих структурах, которые содержат метаданные. То есть дополнительные данные, которые связаны, но не те данные, которые вас действительно волнуют. Это данные. Это метаданные. Вот эту штуку в прямоугольном виде мы назовем узлом NODI. И это просто художественный термин, который означает, что это что-то что-то вроде контейнера в коде для хранения некоторых значений. Тогда это связанный список, а это графическое воплощение одного узла, указывающего на другой. В данном случае они случайно и по замыслу этого стола изначально соприкасаются. Но нет никаких требований, чтобы они были таковыми. Один из них может быть вон там. Двое вон там. Трое вон там. Мне просто нужно было бы больше пальцев из пенопласта, чтобы указывать от одного к другому. Вопросы по этой концепции связанного списка. Дэвидж. Малан, да, в конце. Массив по указателю, который находится за пределами самого массива? Дэвидж. Малан, Можете ли вы повторить это еще раз? Всегда ли традиционные массивы начинаются с указателя, который находится за пределами самого массива? Дэвид Ш. Малан. Хороший вопрос. Начинаются ли традиционные массивы с указателя, который находится за пределами структуры? Короткий ответ нет. Массивы являются особыми в языке Си и некоторых других языках. И имя массива технически является символом, если хотите, который компьютер, программа знает, сопоставляет с определенным местоположением в памяти. Это просто метка, синоним адреса памяти. Она не занимает много места. Чтобы внести ясность, имя массива не занимает много места, как этот дополнительный квадрат слева. Но вам действительно нужен этот дополнительный квадрат слева при реализации связанного списка, чтобы вы могли определить, имеет ли список нулевой размер, на который ничего не указано. Или в данном случае размер 3. Мы сами берем на себя больше ответственности. Да. Дэвидж, Малан, как вы указываете на следующий элемент. Не могли бы вы поподробнее? Эти элементы указывают на следующий, как это происходит. Дэвидж, Малан, а хороший вопрос. Если каждый из этих элементов указывает на следующий, то как три элемента указывают на остальные? Короткий ответ – это не так. По крайней мере, в этом дизайне у нас более технически то, что называется односвязным списком. И как следует из стрелок, он идет только в одном направлении. Так что если вы каким-то образом найдете в коде, может быть цикл for, может быть цикл while, Каким-то образом вы находитесь в коде здесь, у вас нет возможности в коде вернуться назад. Если мы не изменим это на двусвязный список, где я добавляю еще одно поле, которое позволяет мне иметь стрелки в обоих направлениях. Или, может быть, я просто сделаю его круговым и соединю три обратно в один, что вы вполне можете сделать. Но это, как правило, усложняет жизнь. Потому что теперь вам нужно выяснить, когда вы застряли в цикле в своей структуре данных. Но это тоже выполнимо. Но как бы то ни было, это тупик по замыслу. Есть еще вопросы по этому замыслу здесь? Хорошо, как мы могли бы реализовать эту структуру в коде? Хорошо, позвольте мне просто соединить точки с тем, что мы уже видели здесь раньше. Вот как пару недель назад мы ввели понятие человек. И мы утверждали, что у человека может быть имя и номер телефона. На прошлой неделе, конечно, мы сняли некоторые из этих тренировочных колес. И струна действительно технически является звездочкой в обоих случаях. Но на самом деле, кроме этого, нет никакой концептуальной разницы. Но давайте используем эту же парадигму для реализации узла так, как я описал его на этом рисунке. Поэтому позвольте мне избавиться от имени и номера, потому что это относится только к человеку. И позвольте мне переименовать эту структуру ради обсуждения в узел. Тогда возникает вопрос, что должно быть внутри узла. Ну, как минимум целое число. Но именно сейчас нам нужно подумать немного сложнее, просто концептуально. Даже если вы понятия не имеете, как печатать на клавиатуре, что еще должно быть частью узла, основанного на этих прямоугольных рисунках, которые мы нарисовали. Что еще нам нужно? Да. Дэвидж, Малан, да. Нам нужен указатель на другой узел. Так что, если я еще не знаю, как это реализовать, это может быть что-то вроде указателя на другой узел, как мне это сделать. Но вы знаете что, оказывается в идеале вы сказали бы так. Если вы знаете, что следующий узел сам по себе является узлом по определению, то в любой момент, когда нам нужен указатель, мы просто используем тип данных и звездочку. И я собираюсь произвольно, но я думаю разумно, назвать этот второй квадрат в нижней части этих прямоугольников следующим именем моего атрибута здесь. Но звезда узла просто означает, что следующей переменной будет не узел как таковой, а адрес узла. И это именно то, что мы сделали. Вы заставили меня вести 0 на 456, 0 на 789 в это поле, которое является адресом другого узла. Так что способ, которым мы выразим это в коде, будет node star next. Но мы могли бы называть переменную как угодно. Это немного ложь во спасение. Но мы исправим это прямо сейчас. Этот код на самом деле не компилируется. C воспринимает вас довольно буквально, напомню. И если вы используете какой-то термин в верхней части вашего файла, который вы определяете только позже в вашем файле, вы увидите сообщение об ошибке. Мы видели это, когда я что-то напутал и забыл включить прототипы функций в верхнюю часть своего кода. Это связано по духу. Кажется, здесь в моей первой, второй, третьей, четвертой строке кода я пытаюсь использовать этот новый художественный термин, который я изобрел здесь в своем коде под названием узел, хотя это тоже термин CS. Но нигде выше этого, казалось бы, я даже не определял, что такое узел. Это не тип данных в C. Каждый компьютерщик знает, что такое узел. Но он не предоставляется бесплатно вместе с языком. Так что мне нужно сделать что-то еще. Мне нужно, чтобы это слово здесь было на первом месте, чтобы я мог использовать его здесь. И вот у нас есть эта уловка 22. Как структура может быть самореферентной, то есть указывать на другую версию самой себя если этого слова еще не существует. Итак, решение этой проблемы на языке C, которое нам не нужно было для человека, потому что не было понятия списка, соединение ⁇ это список. Нам нужно здесь еще одно ключевое слово, которое нам не нужно для человека. И мы повторно используем это ключевое слово здесь. Такая досадная деталь. Но если мы предварительно назовем всю эту штуку структурным узлом, теперь вы можете называть вещь внутри звездой структурного узла. Но тогда вы можете сократить название всей этой штуки с структурного узла до да просто узла. Какая-то раздражающая последовательность шагов. Но короче говоря, в любой момент, когда вы создаете узел связанный список в памяти, это просто парадигма. Вы используете тип EDF-стракт, имя вещи, которую вы хотите определить, например, узел. Вы используете это имя внутри, если хотите указать от одного к другому. А затем вы можете сократить его здесь, чтобы оно называлось просто узел. Тогда вопросы по этому коду здесь. Вопросы по тому, что мы только что сделали. Хорошо, если я перемотаю минутку назад к этой финальной картинке. В чем был бы положительный момент? Чтобы прояснить, что вы перепрыгнули через эти обручи и добавили эту сложность, если хотите. Какую проблему мы только что решили, связав воедино эти три ценности, чтобы было понятно. Да, составление списков, которые не являются. Дэвидж, Малан. Составление списков, которые не являются. Дэвидж, Малан. О, которые не являются смежными, если хотите. Поэтому составляйте списки, которые не являются смежными в памяти. Плюс этого в том, что если я захочу добавить номер 4 в этот список, похоже, что я могу выбирать из любых фрагментов доступных. Памяти на экране. Мне просто нужно указать из конца текущего списка туда, где этот другой находится в памяти. Чего мне не нужно делать, чтобы внести ясность, так это копировать один, два или три. Все может просто оставаться на своих местах. Это означает, что с точки зрения времени я могу сделать это гораздо быстрее, казалось бы, не копируя что-то снова и снова. И даже без использования рилок, чтобы позволить ему потенциально выполнять все копирование за меня. Но поскольку в ближайшие недели мы начнем видеть еще больше, каждый раз, когда мы получаем выгоду и решаем какую-то проблему, мы платим определенную цену. Есть компромисс. В чем, по вашему мнению, заключается недостаток использования связанного списка вместо массива? Да, вы используете в два раза больше памяти. Дэвидж, Малан, да? Я имею в виду, что мы используем в два раза больше памяти. Потому что теперь в дополнение к хранению целых чисел 1, 2, 3, мне также нужно хранить указатель для каждого из них. И, честно говоря, даже эта картинка немного упрощена. Технически в большинстве современных систем каждый int равен 4 байтам. Технически сегодня большинство указателей составляют 8 байт. Я просто не хотел рисовать эту странную фигуру на доске, где нижний квадрат даже больше верхнего квадрата. Но Технически мы используем даже более чем в два раза больше места для этих указателей. Так что есть такой компромисс. Сейчас, к счастью, спустя десятилетия после изобретения языка C, память, как правило, намного дешевле. И поэтому можно потратить ее больше, если вам это нужно. И это зависит от того, для чего вы хотите оптимизировать. Но это абсолютно явный недостаток. В чем еще один недостаток перехода на связанный список? Дэвид Ш. Малан. Вы не можете индексировать его. Я даже не пробовал использовать код. Но когда у вас есть связанный список, вы больше не можете использовать обозначение в квадратных скобках. Потому что почему? Ну, обозначение в квадратных скобках просто предполагает непрерывность памяти. Нулевое местоположение находится здесь. Местоположение 1 буквально на единицу правее. Местоположение 2 буквально на единицу правее, на единицу правее. Эти вещи, несмотря на то, что я нарисовал их справа налево, чтобы просто сохранить красоту, здесь есть пробелы. И это всего лишь моя интерпретация происходящего. Эти пробелы могут быть большими. Они могут быть узкими. Они могут быть здесь, внизу, здесь, наверху. Они могут быть где угодно, пока мы связываем вещи воедино в этом списке. Компьютер больше не может просто использовать скобку 0, скобку 1, скобку 2, потому что он не может выполнить простую арифметику и перейти к середине. А теперь вот, пожалуй, худшая цена, которую мы заплатили. Если у вас нет обозначения в квадратных скобках или действительно у вас нет смежности, каким алгоритмом мы только что пожертвовали ради этого динамизма? Если вы отмотаете назад даже до нулевой недели. И мы дали ему название на третьей неделе. Какой алгоритм мы не можем использовать сейчас, если мы не можем предположить, что память возвращается назад, назад-назад-назад. Двоичный код дэвид Ш Малан двоичный поиск. Почему? Потому что двоичный поиск, точно так же, как и в телефонной книге, в первую неделю, требует умения арифметически перейти прямо к середине. Возьмите его общую длину, разделите на два и бум. Вы находитесь прямо посередине с помощью простой арифметики. Здесь они могут быть разложены, опять же, с этими большими или маленькими пробелами. Я не могу выполнить простую математику, чтобы просто сразу перейти к тому, что посередине. И на самом деле, опять же, если бы этот телевизор был больше, эти два технически могли бы находиться в памяти далеко внизу или даже далеко отсюда. Пенопластовый палец мог указывать в любом количестве направлений, в зависимости от того, куда Мелок положил эту штуку. Просто нет способа выполнить двоичный поиск. И поэтому, похоже, мы заплатили действительно другую цену с точки зрения производительности. Сейчас мы снова говорим о линейном времени, так что это регрессия. Это тоже много. По-моему, самое время перекусить кексами и фруктами в вестибюле. А когда мы вернемся, мы попытаемся решить проблему, которую только что создали. Так что увидимся через 10 минут. Итак, мы вернулись. И давайте посмотрим, не можем ли мы теперь взять некоторые из этих высокоуровневых концепций шивания этих узлов в памяти и перевести их в какой-нибудь реальный код. Но сначала мы сделаем это шаг за шагом, прежде чем я действительно начну писать это в версус коде. Так что если вы, Картер, не откажетесь помочь мне разобраться с некоторыми визуальными эффектами, позвольте мне предложить, чтобы мы построчно решили некоторые проблемы, которые мы только что создали для себя, создавая эту вещь в памяти. Итак, давайте продолжим и сначала рассмотрим, как мы могли бы создать связанный список, содержащий числа действительно 1, затем 2, затем 3. И давайте переведем каждый из этих шагов в код, а затем соединим все это во что-то, что действительно работает. Так как насчет того, чтобы первым шагом здесь было вот это. Объявить указатель, называемый списком, который изначально не имеет никакого значения, по крайней мере, на данном этапе истории. Список — это имя переменной. Звезда узла просто означает, что это, по сути, будет наш маленький квадрат вот здесь, который указывает на начало списка. Конечно, идеально, если это в конечном счете имеет какое-то значение. Потому что, когда мы изначально вызываем эту строку кода, она просто дает нам действительно тот квадрат вот здесь слева. Но у него мусорное значение потому что на другой стороне нет знака равенства. Поэтому давайте предложим сделать здесь еще один шаг и фактически инициализировать его значением null, чтобы если только мы знали, что это не мусор. Он, по крайней мере, имел какое-то известное значение. А null — это хороший способ показать, что на данном этапе истории список пуст. Действительно, null указывает на то, что в списке нет узлов. Теперь эта картинка будет выглядеть так. Давайте просто нарисуем, вместо того, чтобы везде писать null, я просто оставлю квадраты пустыми. Если это не мусорное значение, как таковое, это буквально 0 на 0 или 0. Так что это все для постоянного Строение, связанного списка нулевого размера. На этом мы закончили. Но теперь мы хотим добавить единицу, затем двойку, затем тройку. Так что следующим шагом здесь может быть вот это. Если я захочу выделить первый из моих прямоугольников на нашей предыдущей картинке, я позвоню Малоку. И я попрошу предоставить достаточно памяти, чтобы вместить целый узел. Технически я думаю, это составит 4 байта для int и 8 байт для указателя. Хотя я не рисовал его в масштабе на доске. Так это технически будет сколько? 12 байт. Но опять же, размер узла просто определяет, сколько байт мне на самом деле нужно динамически. Это вернет мне адрес этого фрагмента памяти, который, по-видимому, я собираюсь сохранить внутри временной переменной, называемой n для сокращения от ноут. Но давайте посмотрим, что это делает наглядно. Поэтому, когда выполняется эта строка кода... Я сначала получаю слева переменную n. По умолчанию у нее мусорное значение, потому что я не выполнил все это справа налево. Между тем, в правой части выражения у меня теперь есть узел где-то в памяти. Здесь он оказался свободным. Вот куда малок поместил его для меня. Но изначально у него есть два значения мусора. Но поскольку это узел в соответствии с моим предыдущим определением типа, каждый узел, который я предложил, будет иметь номер и следующий указатель. Так что мы можем видеть те, которые помечены здесь. Но изначально у них два мусорных значения. Но все, о чем я забочусь, изначально это то что в конечном счете n указывает на этот фрагмент кода так что изначально если бы мы могли сделать два шага назад у нас было бы два шага таким образом у нас изначально было бы о один шаг вперед у нас есть эта строка кода которая дает нам вот эту переменную, в которой есть мусор. Когда выполняется эта часть выражения, это выделяет память. А затем, когда мы копируем справа налево адрес этого фрагмента памяти, это то, что дает нам концептуально эту стрелку. И мусор исчезает, потому что теперь это действительный указатель. Конечно, там все еще есть два значения мусора, потому что мы не настроили этот узел на хранение числа подобного номеру 1. Итак, давайте продолжим и выполним еще одну строку кода подобную этой, которая, хотя и выглядит загадочно, является всего лишь приложением идей, которые мы видели на четвертой неделе и ранее. Звезда назначает начать с этой переменной и перейти туда. Следовать за стрелкой это то, что делает для нас звезда или оператор разменования. А затем оператор точки, вспомните, когда мы впервые ввели структуры, например, для структуры Pearson, позволяет нам перейти к числовому полю или следующему полю. Поэтому, если я поставлю звездочку n, а затем в скобках, чтобы убедиться, что порядок операций сохранен, поставлю номер точки, а затем присвою ему фактический номер один, который помещает единицу в верхнюю часть этого прямоугольника. Надо признать, что этот синтаксис не очень удобен для пользователя. Его неприятно запоминать. У вас должны быть круглые скобки. Так что для этого есть другой синтаксис. Всякий раз, когда вы делаете две подобные вещи в коде, разыменовывайте указатель, который идет на адрес. А затем, используя обозначение точек, чтобы проникнуть внутрь структуры, вы обнаружите, что чудесным образом C дает нам этот синтаксис, при котором вы можете просто изменить звезду, и точку чтобы просто быть стрелкой и опять же на вашей клавиатуре нет ни одного символа это дефис а затем открытая угловая скобка но мне вроде как нравится семантика этого потому что этот код теперь почти соответствует картинке стрелка n ведет вас к значению к которому вы хотите получить доступ или в конечном счете изменить таким образом однако есть один шаг о котором мы конечно забыли а именно. Мы не можем оставить здесь эту мусорную ценность. Потому что мусорная ценность ⁇ это некое неизвестное значение, которое фактически указывает неизвестно куда. И мы не хотим случайно неверно истолковать это мусорное значение как действительный адрес и рисковать попасть туда. Так что, конечно, какое значение мы должны поставить здесь вместо этого. Наш старый друг 0, просто чтобы показать, что это действительно конец списка. И мы могли бы сделать это с помощью такой строки кода. И опять же мы будем подразумевать то же самое, просто оставив это пустое поле пустым. Итак, теперь у нас есть список первого размера. Давайте продолжим и добавим к нему второе число, как в этих строках здесь. Список равен n позволяет нам помнить, что действительно у нас есть этот список здесь. Так что если мы сможем сделать еще один шаг вперед. Вот как сейчас выглядит картина. И технически давайте сделаем еще один шаг вперед. Теперь это действительно то, что происходит в памяти, как только существует мой список первого размера. Моя главная переменная, называемая лист, указывает именно на этот первый узел. На данном этапе истории мне не нужно знать или заботиться о временной переменной, которую я назвал n, хотя она вполне может все еще быть там. Но на самом деле теперь это представляет собой связанный список. Давайте теперь действительно добавим цифру 2. Итак, с помощью той же строки кода, что и раньше, я собираюсь выделить еще один узел. Размер узла. В идеале я бы проверял здесь значение null. Но мы делаем самые пикантные части только на слайдах. Давайте теперь продолжим и изобразим это. Так что же с этим происходит? Это возвращает нас к нашему указателю n, который, возможно, был там все это время. Но мы делаем этот шаг за шагом. Это мусорное значение, потому что мы еще не копировали справа налево. Мелок, конечно, дает нам второй кусок памяти, который, возможно, по умолчанию заканчивается двумя значениями мусора. Я опустил ярлыки только потому, что они по-прежнему будут номером и следующим соответственно. Как только мы копируем справа налево, значение мусора действительно становится стрелкой. Оскар исчезает, потому что теперь это действительно действительный указатель, указывающий сюда. Теперь сами значения number и next не действительны, мусорное значение. Так что вот здесь мы можем начать использовать наш новый синтаксис, такой как обозначение стрелкой или звездой и точкой, если вы предпочитаете. И мы можем изменить значение n, следуйте за стрелкой до числа. И это превратит в 2 аналогично мы можем сделать это снова и установить стрелку n следующий так что начните с n следуйте за стрелкой перейдите к следующему полю и установите его равным нулю мы еще не совсем закончили потому что на самом деле мы еще не связали вещи воедино так что вот тут-то и начинается самое интересное как мне объединить эти два понятия что же позвольте мне предложить вот что позвольте мне предложить в нашей следующей строке здесь мы фактически обновим на данный момент список равный n то есть какой бы это ни был адрес на что бы он ни указывал, измените список на тот же адрес, который указывает на одно и то же. Итак, если n указывает сюда, давайте изменим список на точку здесь. И сделайте это, Картер, если сможете. Мне это не нравится. Вы можете сделать еще один шаг. Это плохо. Что не так в моей последовательности операций здесь, где я обновил список, чтобы указать на мой новый узел? Да, мы, Дэвидж, Малан, да. Мы потеряли указатель на другой узел, так что меня даже не волнует порядок 2-1 или 1-2. Сейчас самая большая проблема, как показывает отсутствие стрелок вон там, заключается в том, что у меня утечка памяти. Я осиротел от своего исходного узла в том смысле, что на него больше ничего не указывает. Теперь, безусловно, я мог бы исправить это, добавив некоторые временные переменные. Я мог бы добавить это в микс. Но на данном этапе истории я не делал никаких подобных воспоминаний об этом. Так что позвольте мне подтвердить это. И давайте перейдем к слайдам. На этом мы остановились мгновение назад. Я думаю, мне нужно принять во внимание порядок операций. И я собираюсь сделать это просто. На данный момент меня не будет волновать порядок цифр. Меня устраивает список, в котором сначала 2, затем 1. Итак, с учетом сказанного, позвольте мне продолжить и обновить. Я думаю, это поле здесь, чтобы указать на мой исходный узел. Итак, давайте посмотрим, как мы могли бы сделать это в коде. NRU Next. Таким образом, N стрелка Next должно равняться текущему списку. И это снова немного странно. Но вспомните, что такое список. Список – это вот этот указатель, который просто содержит адрес исходного адреса списка, или что то же самое, он содержит эту стрелку, на что бы она не указывала. Итак, что это означает в этой строке кода? Следующая скобка означает, что начинайте с N, следуйте за стрелкой. Получите доступ к следующему указателю и установите его равным любому списку. Итак, если список указывает сюда, то следующий должен указывать и туда. Это, я думаю, безопасно. Потому что теперь у нас есть избыточность. Теперь у нас есть два указателя указывающих на первоначальный список. И теперь я думаю, что мы можем сделать еще один шаг, посредством которого мы обновим список до n той же строки кода, пока это не привело нас к неприятностям. Но сейчас я делаю это вторым, а не первым. Когда я выполняю лист равным n, это теперь устанавливает лист равным тому же, чему равно n. И вот, теперь я успешно вставил в список свой новый узел, содержащий 2. И на самом деле, если мы продвинем еще один узел, мы можем просто убрать беспорядок, предположив, что временная переменная исчезла из истории. Теперь у нас есть связанный список, в котором по общему признанию порядок неправильный. Это 2-1 вместо 1-2. Но, по крайней мере, он связан правильно. И я не потерял и не утек никакой памяти. Вопросы по этой последовательности шагов здесь? Да, сзади. Так что это все типовой, не так ли? Дэвидж, Малан, да, вы попали в точку. Так что это подпадает под эту категорию стека, если хотите. Хотя я и не называл это так по имени, потому что я просто вставил цифру 2 в эту структуру данных, если хотите. И действительно, она оказалась в начале списка, а не в конце. Итак, вот где мы видим различие между абстрактной структурой данных, с которой мы и начали. Стек это такая вещь, как стопка свитеров, у которой есть только свойство push и поп, и доступ лифоу, последний вход, первый выход. Как вы реализуете что-то подобное в памяти? Ну, казалось бы, вы могли бы реализовать понятие стека здесь не для свитеров, а для чисел, используя связанный список. При условии, что вы реализуете вставку A, K, A, продвигая, притворяясь новые ценности в список, притворяясь снова и снова. И если вы, Картер, не возражаете еще раз стукнуть по клавиатуре, если бы я хотел добавить цифру 3 прямо сейчас, вы могли бы представить, что добавите ее к списку. Почему? Честно говоря, особенно по мере того, как этот список становится все длиннее и длиннее, мне отчасти нравится привлекательность добавления этих элементов. Почему? Потому что даже если этот список будет безумно длинным и далеко-далеко отсюда, вы не заметили, что я следовал за всеми стрелками ранее, чтобы сделать вставки. Если я хочу вставить четвертое число, пятое число, шестое число, все, что мне нужно сделать это вставить его сюда, если хотите указать на исходное начало списка. Затем обновить этот указатель и готово. И я бы сказал, что это два шага плюс-минус. Это не будет n шагов, как было бы, если бы мне пришлось добавлять новые узлы в конец списка. Теперь, конечно, мы пожертвовали упорядочением этих чисел. Они расположены буквально в противоположном порядке или в каком бы порядке они не были вставлены. Но это вполне может быть нормально, в зависимости от поставленной цели. Спасибо Картеру за то, что он прошел через это. Что, если бы сейчас мы захотели перевести это? О, конечно спасибо вам. Это все для вас, в этом примере ничего для меня. Так что здесь у нас есть, возможно, способ перевести это прямо сейчас в какой-нибудь реальный код. И это будет последний из приведенных здесь интенсивных кодов, просто чтобы дать вам представление о том, как мы можем перевести эту идею прямо сейчас в реальные шаги. Итак, это список. C versus коде здесь. Позвольте мне пойти дальше и внести пару изменений сверху. Позвольте мне продолжить. А как насчет объявления узла с использованием типа в Struct Node, используя наше новое обрамление, как и раньше? Я собираюсь присвоить каждому узлу номер, как я и предлагал. И каждому узлу указатель на следующий элемент, который будет реализован так же, как и раньше. И я собираюсь упростить все название как просто узел. Так что все, что осталось, это точно такой же тип деф, который мы предлагали ранее. А теперь позвольте мне продолжить и избавиться от всего этого кода, который мы написали ранее. И напомним, что это была самая последняя версия которая не представляла собой связанный список. Это был просто массив, который мы выделили, а затем перераспределили. Так что это старый способ ведения дел. Но это было неэффективно, потому что нам, возможно, пришлось бы полагаться на цикл for или на перераспределение, чтобы скопировать все вокруг. Теперь мы собираемся повторно реализовать понятие списка как реального связанного списка, а не как массива. Так что моя основная функция теперь может делать что-то вроде этого. И я действительно собираюсь просто скопировать строки кода, которые мы только что прошли на доске. Поэтому позвольте мне создать себе специальную переменную, называемую Лист. она будет инициализирована значением null а это всего лишь мой указатель квадрат в левой части экрана который представляет начало списка и если он равен нулю это означает что список пуст так и будет сделано я закончил реализацию связанного списка нулевого размера ну а теперь как я хочу запустить этот код что же позвольте мне предложить ради обсуждения что эта версия программы будет принимать аргументы командной строки поэтому я хочу иметь возможность сделать что-то подобное я хочу в конечном счете запустить эту программу и ввести три аргумента командной строки таких как этот 1 2 3 и я хочу чтобы моя программа за пару минут выделила 1, 2, 3 узла и шила их вместе точно так же, как визуализация на доске. Я мог бы использовать getInt, но это будет быстрее, если мы будем использовать аргументы командной строки. Так что опять же я просто заимствую некоторые концепции со второй недели. Но все это пока невозможно, пока я не изменю свой код здесь. Так что давайте сделаем это. int string arc. Но знаете что? Мы знаем, что строки на самом деле больше не являются вещью. Поэтому я могу изменить определение аргументов командной строки так, чтобы они были такими, какие они есть на самом деле. Это действительно Char -Star. но это точно то же самое, что и на второй неделе, просто строк больше нет, по крайней мере, без тренировочных колес, как на прошлой неделе. А теперь позвольте мне сделать это. Для int равно единица, а и меньше, чем Арксай плюс плюс. Так что я делаю с этим циклом так, это просто хочу повторить аргумент командной строки. Поэтому я получаю по одному номеру за раз из командной строки. Что еще я хочу здесь сделать? Что же, давайте продолжим, и как насчет того, чтобы сделать это? Давайте наберем номер. Таким образом, число int равно скобке аркфай. Итак, пара заметок здесь. Во-первых, я начинаю цикл с единицы вместо нуля. Но я поднимаюсь на Аркс. Аркс это количество аргументов, сколько слов в подсказке. Почему я начинаю с единицы, а не с нуля? Хотя и ставлю перед собой цель. Почему я начинаю с единицы? Да. Потому что первое значение: Дэвидж. Малан, да. Итак, первое значение варкв на самом деле является названием программы. Это явно не число. Поэтому мне нужно второе значение. Поэтому я собираюсь начать перебор этих аргументов командной строки при i равном единице. Вот и все. Я просто хочу получить фактические цифры в командной строке. К сожалению, арк в скобка i – это строка, она же строка. Символ звезда – это не int, так что эта строка кода не будет работать. Но может ли кто-нибудь вспомнить вторую неделю, когда у нас была функция преобразования строк в целые числа? Кто-нибудь? От А до Я, Дэвидж. Малан, да. Итак, от да, а это функция, которая преобразует эски в целое число при условии, что то, что вы даете ей в качестве аргумента, выглядит как число типа 1 или 2 или 3. Так что позвольте мне это исправить. Позвольте мне на самом деле произвести преобразование. Если бы я действительно был осторожен, я бы проверил это на ошибки, убедился, что там нет цифр, точно так же, как у вас могло быть в задаче номер 2. Но для сегодняшних целей я просто буду исходить из системы чести, что пользователь я собираюсь правильно запустить программу. Итак, теперь, когда у меня есть переменное содержащее число из командной строки, давайте просто выделим для нее узел. Итак, позвольте мне сделать звезду узла n точно так же как мы это делали в визуализации и давайте выделим достаточно места для размера одного такого узла здесь теперь мне нужно просто быть в супербезопасности так что если n равно нулю, например если у меня закончилась память знаете что позвольте мне продолжить и просто немедленно вернуть единицу сюда в противном случае если это не так Позвольте мне продолжить и обновить поле номера этого нового узла, которое в строке 24 действительно существует, потому что оно не вернуло значение null. Поэтому я не ушел раньше времени с возвращением. И позвольте мне просто сохранить в памяти любой номер, который этот человек набрал первым. Таким образом, возвращаемое значение от ADI, которое в строке 17 находится в моей переменной, называемый number. И затем позвольте мне продолжить и просто добавить это в список. Позвольте мне продолжить и сказать что это следующее поле сначала имеет известное значение null, просто чтобы мы избавились от этого второго мусорного значения. И позвольте мне продолжить, а теперь добавить его в список. Так что если я хочу добавить его, это означает, что у этого нового узла должно быть следующее поле, указывающее на текущее начало списка. И опять же цель здесь – добавлять, добавлять, добавлять. Так что каким бы ни был текущий список, Давайте изменим его так, чтобы этот новый узел указывал на существующий список. А теперь второй шаг, как и прежде, состоял в том, чтобы обновить фактический список так, чтобы он указывал на этот узел. Так что напомню красным цветом на экране раньше, я изначально облажался. И я сделал эту линию только потому, что слишком рано переместил указатель, если хотите. Но я исправил это, как только картер помог мне перемотать назад, и мы избавились от красной линии, которая указывала на ошибку. И я просто делаю n стрелок рядом, чтобы изменить следующее поле этого нового узла так, чтобы оно указывало на существующий. Список. Так что я ничего не теряю на данном этапе истории. Я думаю, что мой код верен хотя сегодня он работает не очень хорошо. Но я думаю, что мой код верен. Но программа не делает ничего интересного. Так что было бы неплохо теперь перебрать этот связанный список в памяти, в каком бы порядке он ни был, и распечатать его. Хорошо, как нам это сделать? Ну, оказывается, если вы хотите перебрать связанный список, общая парадигма состоит в том, чтобы сделать что-то вроде этого. Чтобы определить временную переменную, я мог бы назвать ее темп. Но другое соглашение, которое вы могли бы также увидеть, называется point сокращенно Pter. Но вы можете называть его как угодно. И вы можете сначала указать временную переменную на первый узел в списке. А затем в каком-то цикле, например, в цикле while, вы указываете ее на второй узел в списке. А затем продолжаете повторять. Вы указываете ее на последний узел в списке. А затем в конце концов вы заходите слишком далеко, фактически указывая на null, и в этот момент ваш цикл while предположительно может завершиться. Так как же мне реализовать эту идею выделения временного указателя, который просто указывает на каждый узел в списке и позволяет мне в конечном итоге распечатать каждое из этих чисел. Хорошо, давайте вернемся к моему кодексу здесь. И позвольте мне сделать это. Позвольте мне пойти дальше и объявить этот временный указатель, который который также будет звездой узла. Почему? Потому что это адрес узла. Первый, второй, третий. И я собираюсь установить его равным тому, что находится в начале списка. Так что это будет эквивалент на этой версии рисунка здесь, где указатель просто временно указывает на первый узел в списке. Он указывает не на список как таковой, он указывает на первый узел в списке, который также указывает на себя. Как только я это сделаю, я думаю, что смогу перевести это в код, который немного новый, но возможно теперь он концептуально знаком хотя этот указатель не равен нулю. Итак, пока у меня есть действительный указатель, например, мой палец или эта стрелка указывают на реальный узел в памяти, что же, позвольте мне распечатать его. Итак, позвольте мне распечатать с процентами а и обратную косую черту n, все, что находится в текущем узле в числовом поле внутри. И опять же мы надеемся, что это даст эффект первой печати трех. И я думаю, что теперь мне просто нужно обновить указатель так, чтобы на следующей итерации он указывал на следующее значение. Так что если история именно в этом, как мне обновить указатель, чтобы он указывал на второй элемент списка? Ну, я хочу, чтобы указатель указывал на эти два элемента. И я хочу, чтобы указатель в конце концов указывал на три. Ну и как мне это сделать? Ну, в коде я могу следовать за этими стрелками следующим образом. Если в данный момент у меня есть указатель, указывающий на этот узел, но я хочу направить его на следующий узел, я могу позаимствовать этот указатель здесь. Так что каким бы ни был этот адрес в первом узле, он же. Следующее поле, я могу скопировать его в указатель. Потому что тогда указатель будет указывать на то, на что он указывает, просто установив одно равным другому. Так что как только я это сделаю, картинка станет вот такой. И как мне перевести это в код? Что же новый синтаксис на удивление прост? Все, что мне нужно сделать, это сказать, что указатель после печати равен тому, что находится в данный момент, но вместо этого захватите его следующее поле. И это очень распространенная парадигма, когда вы перебираете связанный список и используете какую-то временную переменную, такую как указатель. Вы можете просто установить указатель равным указателю next. И здесь это означает следующее. Если это указатель, указывающий отсюда вниз сюда, следующий указатель, следуйте за стрелкой, захватите следующее поле. Так что если вы установите указатель равным этой вещи, это то же самое, что указать вот на это же поле. И действительно, если я перейду к следующему слайду, даже если стрелки технически указывают на разные части прямоугольников, это просто для наглядности. Указатель теперь указывает на второй узел. И когда я делаю это снова на своей следующей итерации, это указывает на это. И затем на этом последнем шаге обратите внимание, когда я продолжу делать указатель равным указателю далее, это в конечном итоге станет этим значением. Но что это за значение в этом связанном с списке. Технически оно равно нулю. Так что эта стрелка в конечном итоге примет это значение, когда я установлю указатель равным указателю next. И в этот момент птер мой временный указатель будет равен нулю. Так что с таким же успехом это может выглядеть так на картинке. И что это значит для моего цикла? Если указатель равен нулю, потому что вы сошли с конца связанного списка, что будет справедливо для этого цикла, начатого в строке 32. Есть какие-нибудь замечания здесь? Что будет правдой? Что произойдет теперь, как только мы дойдем до конца списка? Да, извините, Дэвид Ш. Малан, цикл вот-вот разорвется. Почему? Потому что в строке 32, который постоянно спрашивают, указатель не равен нулю. Что же, если указатель наконец равен нулю три шага спустя, цикл while завершен. И так, что я могу сделать в конце этой программы, как только я распечатаю эти значения, сначала давайте продолжим и откроем окно моего терминала. Давайте составим список. Составьте список точек и косых черт. И позвольте мне попробовать те же значения 1 и 2 и 3. Это снова выделит один узел, два узла, три узла, добавляя, добавляя, добавляя каждое из этих значений. А затем будет повторять их слева направо. Итак, когда я сейчас нажму Enter, что я должен увидеть на экране, если мой код верен? что я увижу. Не стесняйтесь просто назвать это. 321. Дэвидж. Малан. 321. Потому что я добавил предположительно. И мы начинаем. Я действительно вижу 321. Таким образом, список идет в обратном порядке. Но все элементы на лицо. Технически, если бы я запустил Велгринт на этом, Велгринт не был бы счастлив потому что я никогда не освобождал свою память. Так что, вероятно, теперь у меня должен быть второй цикл, который делает что-то подобное. Позвольте мне снова установить указатель равным списку. Мне не нужно повторно объявлять его, потому что я уже создал эту вещь в строке 31. Я просто хочу сбросить его, чтобы он снова был в начале списка. И теперь я могу делать то же самое. Пока Pert не равно нулю, продолжайте и сделайте это. Ну, я не хочу просто делать свободный указатель, а затем делать так, чтобы указатель получал указатель следующим. Почему? Моя цель освободить всю мою память, но я думаю, что это доставит мне неприятности. Список равных указателям просто дает мне временный указатель, который указывает на тройку, а затем в конце концов на двойку, а затем на единицу. Как это сделать? Хорошо, пока указатель не равен нулю, я освобождаю указатель. Так что это все равно, что сказать малоку: освободите этот узел, освободите этот узел, освободите этот узел. Но в чем проблема с тем, что я только что сделал здесь? Этот код технически глючит. Да. После того, как вы освободите свою указку, у вас не будет выбора, что делать дальше. Малан совершенно верно после того как вы позвоните бесплатно по поинтеру вам по социальному контракту си больше не разрешается прикасаться к поинтеру это не действительно теперь это все равно будет номер это все равно будет набор битов но это не действительно и вы очень часто будете получать ошибку сегментации если будете искушать судьбу таким образом поэтому я не могу освободить указатель а затем использовать его буквально на следующей строке решение здесь как и при нашей замене жидкости в прошлый раз состояло в том чтобы возможно просто иметь временную переменную чтобы я мог сделать переключение Итак распространенная Способом решения этой проблемы для правильного порядка операций было бы сделать что-то вроде этого. Дайте себе временный указатель, например, Note Star Next. Установите его равным тому месту, куда вы хотите отправиться дальше, так что мы на шаг впереди. Теперь вы можете освободить указатель, а затем вы можете обновить указатель до следующего значения. Так что по сути сейчас вам нужны две руки. Вы создаете в строке 41 еще один указатель, который, если он указывает на первый узел 3, ваш новый указатель временно указывает на 2. Так что теперь вы можете сказать мелок через free, освободите эту память, но я не забыл, куда я хочу идти дальше. И поэтому теперь я могу продолжать. Итак, общая парадигма для простого перебора этих узлов и последующего их освобождения пара наблюдений. Строго говоря, я мог бы это консолидировать. Мне не нужно два цикла, чтобы распечатать узлы а затем освободить их. Я мог бы сделать это все сразу. Но давайте предположим, что в моей программе есть другие интересные вещи, и я не хочу просто сразу освобождать их. Есть еще одна ошибка, которую мне, вероятно, следует исправить здесь. Здесь все еще существует потенциальная утечка памяти. И эта ошибка очень тонкая, хотя Велгринд поможет вам ее найти. Обратите внимание, что в этом цикле, когда я вызываю Мелок, эта строка кода подходит, если первая строка мелок завершается ошибкой и возвращает null. Потому что я немедленно возвращаюсь и все готово. Но что если второй звонок, но не первый или третий звонок, но не первый или второй не сработает? Эта строка кода заставляет меня немедленно перезвонить. Вам действительно нужно, так сказать, выполнить некоторую сборку мусора, в результате чего вам действительно нужно войти и освободить любые узлы, которые вы успешно выделили ранее. Честно говоря, это будет боль в шее. Мы не будем этого делать здесь. Но, вероятно, я бы хотел написать функцию, называемую фрили или что-то в этом роде, и вызвать эту функцию, чтобы освободить любые узлы, которые я ранее создал. Так что это еще не совсем финишная черта. Но строительные блоки действительно здесь. Вопросы по этому коду. И я думаю, что с моей стороны можно с уверенностью пообещать, что дальше эскалации не будет. Вопросы по этому поводу. Нет, что же, позвольте мне показать вам одну альтернативу, которую вы могли бы предпочесть. И я почти уверен, что это не эскалация, это просто альтернативная формулировка. Еще одним способом перебора узлов в списке может быть следующий. Вместо цикла while, например, позвольте мне показать вам здесь еще один фрагмент синтаксиса. Технически вы могли бы использовать цикл for. Вы могли бы дать себе здесь указатель на узел, который инициализируется списком. Затем вы можете проверить в своем цикле for, что он не равен нулю. А затем вы можете выполнить обновление, как обычно, вот так. Любое из этих действий эквивалентно. Хотя это, как я подозреваю, выглядит страшнее, оно делает точно то же самое в одной строке вместо двух. Но нет никаких причин, по которым мы не можем использовать циклы for вместо циклов while для достижения той же идеи. Но я оставлю эти два в качестве демонстрации того или иного подхода. Но это точно так же, как на первой неделе для циклов, в то время как циклы все, что вам кажется проще. Хотя по общему признанию ни один из них вероятно не выглядит супер чистым. Так что давайте вернемся к более концептуальным вещам. До сих пор мы вставляли элементы в этот связанный список, предваряя их. Давайте рассмотрим, каково тогда время выполнения этих операций. Итак, если у меня есть связанный список третьего размера или в более общем плане размера n, прошло время и я добавил в него много вещей. Каково будет время выполнения, например, поиска по связанному списку для некоторого значения? И я вам уже скажу, это не лакен, потому что опять же бинарный поиск исключен, как и перед перерывом. Так сколько же времени может потребоваться для поиска в связанном списке некоторого значения, например, 2 или 3 или 1 или 50? сколько может потребоваться времени. Дэвидж, Малан, о, я слышал это здесь. Оэн и почему? Кто это был? О, здесь посередине? Кто Оэн? Потому что вы пункт в списке. Дэвидж, Малан, именно так. Вам придется просмотреть все пункты списка, начиная слева с самого начала, Именно так мы рисовали вещи и соединяли точки. И в худшем случае элемент вполне может оказаться в самом конце. Так что это будет большая буква У. А как насчет вставки? Сколько шагов с точки зрения обозначения большой буквы У мне потребовалось, чтобы вставить элементы в связанный список, используя этот дизайн предисловия? 1. Дэвидж. Малан, да. Так что технически это постоянное время. Большая буква У из одного. И опять же единица просто репрезентативна для любой константы. Технически это может быть два шага, или три шага, или даже 10 шагов, или 100 шагов. Но если если оно всегда конечное и фиксированное, то действительно можно сказать, что оно в большой степени равно единице. Так вот, почему это так? Ну, опять же, независимо от того, насколько длинным будет этот список, пока у меня есть доступная память, я могу просто создать небольшое соединение в начале списка. Чтобы вставить новый узел, обновить исходный список, и я в пути. И она становится все длиннее, хотя, возможно, и не сохранилась в памяти. С этими связанными списками, возможно, такое большое число, если я действительно добавляю что-то в начало. Конечно, если я добавлю что-то в начало, все потенциально выйдет из строя. И у нас, возможно, будет свойство стека вместо свойства очереди. Так что мы, возможно, захотим поступить немного по-другому. Поэтому вместо того, чтобы делать это, при котором мы продолжали добавлять, 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 предположим, что вместо этого мы добавим в конец списка. Итак, если мы сейчас вставим единицу, двойку и тройку, как нам может понадобиться для очереди, чтобы сохранить это свойство справедливости, мы могли бы начать с пустого списка. Мы могли бы добавить еще один. Мы могли бы добавить два, добавить три. Так вот это просто по-другому укладывается в памяти. И опять же, если я могу перейти к вам посередине, каково время выполнения поиска, опять же, когда связанный список использует эту реализацию добавления. Все еще большая буква О. Дэвид Малан, да? Все еще большая буква О. Потому что в худшем случае вам придется просмотреть весь список, чтобы найти это. И обратите внимание, не имеет значения, есть ли у вас сейчас интуиция, что большие цифры вполне могут быть в конце. У вас нет никакой возможности перейти к концу. У вас нет никакой возможности перейти к середине или сделать что-нибудь похожее на двоичный поиск. Каждый поиск должен начинаться слева и следовать за стрелками снова и снова. Так что я не думаю, думаю, что там мы добились чего-то лучшего. И на самом деле, сколько сейчас времени выполнения вставок в Бикоу, когда мы добавляем их в список таким образом, как мы могли бы реализовать очередь вместо стека? Сколько времени занимает вставка нового значения? Большая буква О. Единица. Дэвидж. Малан. Так что в данном случае не большая буква О, а большая буква О. Потому что если я добавляю по определению, я должен начать здесь и пройти все это в поисках конца. Это немного преувеличение. Вы, очевидно, могли бы немного оптимизировать это, возможно, добавив еще одну переменную, которая всегда указывает на последний элемент. Что-то вроде шпаргалки или ярлыка, который приведет вас до конца. Это совершенно нормально. Это не. Это не совсем подходит под традиционное определение односвязного списка. Но для такого рода проблем существуют абсолютно разумные инженерные решения. Но как и было задумано, это действительно было бы большим событием для вставки, если вам нужно пройти весь путь до конца. И вы не используете немного дополнительной памяти, чтобы быстро добраться туда. Ну а что, если мы захотим сделать последний шаг? а не просто добавлять вслепую, потому что хотя я вставил 1, 2, 3, если бы я вставил их в случайном порядке, они оказались бы в случайном порядке. А что если вы хотите вести отсортированный список от самого маленького к самому большому? Что же, тогда вам, возможно, захочется вставить такие цифры? Начиная с пустого списка у нас может получиться двойка, затем мы можем попробовать вставить единицу. Но мы хотим, чтобы все было упорядочено. Так что теперь мы добавим дополнение в наш код. Но тогда вы, возможно, захотите вставить четверку. Поэтому вам следует добавить четверку, потому что вы, вероятно, будете искать подходящее место для ее вставки. Тогда мы собираемся вставить тройку. И это начинает немного раздражать. Потому что теперь вам нужно пройтись по списку, найти нужное место, а затем сделать соединение немного умнее. Но это возможно. Но вы же не хотите оставить сиротами, например, четверку. И тогда в конечном счете мы вернемся к этому вопросу. Какова была бы производительность вашего связанного списка, если бы вы пытались поддерживать упорядоченный порядок? Что же поиск, я думаю, будет большим по тем же причинам, что и раньше. А как насчет вставки? большое, о чем для вставки в отсортированный связанный список. Да, в худшем случае, большое о чем, Дэвидж. Малан, да, это все равно большое о чем. Так что это не хуже, чем, но на самом деле это ничуть не лучше, чем добавление. Но мы получаем дополнительное свойство сохранения от сортированного списка. Что вполне может быть полезно, если вы сортируете свои контакты в телефоне или что-то в этом роде, где просто имеет смысл поддерживать порядок сортировки. Теперь в коде для Online Today, если вы посмотрите на некоторые окончательные версии кода, такие как список 6, C и список 5, C, которые мы разместим на веб-сайте, вы действительно сможете увидеть код, который решает все три из этих проблем добавления то что мы написали в прямом эфире добавленная версия которую мы обсуждали а также это отсортированная по порядку но я думаю что не буду показывать ее в прямом эфире только потому что я действительно думаю что ситуация быстро обостряется но я думаю что у нас есть достаточный строительный блок если нам удобно предварять по крайней мере некоторые реальные проблемы с помощью этих связанных списков затем вопросы по связанным спискам которые мы теперь оставим сами по себе но теперь используем эту технику для решения более сложных задач но с гораздо меньшим количеством кода. Вопросы по связанным спискам. Подводя итог, мы сделали шаг в сторону со связанным списком. Теперь у нас есть такая динамика, когда мы можем увеличивать и уменьшать наши куски памяти без чрезмерного выделения или случайного недостаточного выделения, как в мире массива. Нам не нужно беспокоиться о бесконечном копировании значений, потому что как только вы выделите узел, он может просто остаться там, где он находится в памяти. И вы можете просто поддерживать. Вы можете просто как-то сшить его вместе. Но, к сожалению, мы пожертвовали тем, с чего начали занятия на нулевой неделе, а именно бинарным поиском, разделяя и властвуя что дало нам этот журнал и время выполнения. Что было действительно убедительно, если вспомнить демонстрации и визуальные эффекты. Можем ли мы получить лучшие из обоих миров? Можем ли мы получить скорость двоичного поиска, что-то логарифмическое, но динамичное, что-то вроде связанного списка? Ну, на самом деле, я думаю, мы можем это сделать, если начнем мыслить не в одном измерении, только по оси x, если хотите, а в двух измерениях. Так что наши структуры данных, возможно, теперь могут иметь ширину и высоту, если хотите. Итак, дерево это, пожалуй, правильный термин здесь. Очень похоже на генеалогическое древо, если у вас есть ваши старшие здесь наверху на дереве, а затем ветви под ними для их детей и внуков и тому подобное. На самом деле это то, что имеют в виду ученые компьютерщики, когда говорят о деревьях, не о дереве, которое растет вот так, а о том, которое обычно изображается растущим вниз. Хотя это всего лишь изображение художника, несмотря ни на что. Но в мире существуют определенные типы деревьев, называемые деревьями бинарного поиска, которые структурированы на бумаге и визуально похожи на генеалогическое древо. Но у них есть особое свойство, которое подходит именно для этой функции бинарного поиска. Вот, например, массив со второй недели. И я отсортировал здесь целую кучу чисел от 1 до 7. Мы знаем, что можем выполнить двоичный поиск по этой структуре, если она реализована в виде массива. Но какой функции у массивов, чтобы было понятно, нет, чего нет у связанных списков. Сегодня это своего рода качели. Что мы только что получили, добавив связанные списки, которые массивы не допускают, да. Дэвид Ш, Малан, да. Вы можете вставлять больше элементов без необходимости копировать или перемещать все остальное. Прямо сейчас, в этом единственном измерении, если эти значения слева или справа уже используются, то вам придется переместить все. И именно с этого мы начали сегодняшнюю историю. Так что массивы, как бы загоняют вас в угол, потому что вы должны по определению заранее решить, насколько они велики. Хорошо, они а могли бы мы иметь какой-нибудь массив который все еще может расти, но все еще является непрерывным, чтобы мы могли каким-то образом выполнять двоичный поиск. Ну да, если мы переосмыслим, как мы реализуем двоичный поиск. Позвольте мне предложить следующее, я выбрал и семь элементов в массиве так же, как шкафчики со второй недели, чтобы упорядочить их от самого маленького к самому большому. Я выделил желтым цветом средние элементы здесь. И если бы мы рассказывали историю второй недели, идя налево или направо, позвольте мне выделить красным средние элементы левой половины и правой половины. А затем позвольте мне дополнительно выделить зеленым цветом другие промежуточные элементы. И здесь действительно есть закономерность, как вы могли заметить, при которой посередине один желтый, а затем два красных и 4 зеленых. Там есть неявная структура, если хотите. А что если я действительно начну мыслить в двух измерениях, и вместо того, чтобы размещать множество шкафчиков, подобных этому только по оси Х? Что если я сдвину 4 вверх, а 1, 3, 5 вниз и нарисую это в двух измерениях вместо этого? Что же позвольте мне сделать это, разделив эти вещи вот так? Так что теперь позвольте мне предложить, чтобы каждый из этих квадратов, возможно, не обязательно был смежным. Он может быть в любом месте памяти компьютера. Но я не могу допустить этих сумасшедших пробелов между ними. Как я мог бы концептуально связать эти вещи? Что я должен добавить к картине, если хотите? Да. Ветви. Дэвидж. Малан. Повторите еще раз. Ветви. Дэвидж. Малан. Итак, ветви здесь метафорически. И более технически на языке Си может быть просто несколько стрелок, несколько указателей. Поэтому я не буду утруждать себя постоянным рисованием предметов в виде прямоугольников. Позвольте мне предложить, чтобы мы сейчас просто абстрагировались от того, что такое узел. Но позвольте мне утверждать, что каждый из этих квадратов теперь является узлом. И у узла может быть номер. Но у него также может быть указатель. Черт возьми, может быть даже два или более указателей. И позвольте мне нарисовать их прямо сейчас. Меня больше не волнуют такие адреса как 0 на 123 456 789. Давайте просто нарисуем наши указатели стрелками. Но теперь позвольте мне предложить, что мы вполне могли бы думать об этом как о дереве, хранящем то, что ранее было массивом данных. Но теперь каждый из этих узлов может находиться в любом месте памяти. И более того, даже несмотря на то, что я визуально загнал себя в угол на экране, пока в компьютере больше памяти, я мог бы поставить цифру 0 вот здесь. Я мог бы поставить цифру 8 вот здесь. И если я умен, я мог бы вероятно, если я захочу вставить другие числа, например, значение 2,5 или 1,54 между ними. Держу пари, что мы могли бы освободить место, повернув вещи вокруг и просто повесив вещи с этих ветвей немного по-другому. Так что же я от этого выиграю? Хорошо, если я вместо этого начну моделировать свои данные не в одном измерении, а в двух измерениях, и соединю эти узлы этими указателями что я теперь могу сделать? Я думаю, что я только что вернул себе двоичный поиск. Почему? Предположим, я ищу цифру 5. Как мне ее найти? Ну просто как в генеалогическом древе, где вы можете визуально начать читать сверху вниз, я всегда буду начинать с так называемого корня бинарного дерева поиска. Это похоже на указатель списка, который запускает весь процесс создания связанного списка. Это так называемый корень. Вот я на четвертом месте. Я хочу найти пятое. Какое решение я могу принять, когда вижу, что в данный момент я нахожусь на четвертом месте, точно так? Так же, как в телефонной книге с нулевой недели. А где нет пятого? Это не слева. И если бы я построил здесь небольшой мобиль или что-то в этом роде, мы могли бы очень резко отрезать эту ветку это очень малобюджетная анимация. Эти узлы могли бы упасть на землю. И у нас осталась бы половина по сути дерева. Но что я теперь знаю? Очевидно, что это пятерка справа. Так что позвольте мне пойти направо. Шестерка, это явно не та, которую я ищу. Но что я теперь знаю о пятерке? Ну, пять это меньше, чем шесть. Так что я могу отрезать это здесь, потому что я знаю, что этого не будет там внизу. И я могу проследить за оставшейся стрелкой здесь. И вуаля, я только что нашел это. А теперь не вдаваясь в подробности математики, у меня здесь сколько? 7 элементов. Это примерно 8, если округлить. И если я сделаю какое-нибудь логарифмическое основание 2, я на самом деле. Раз, два, три, это ключевая деталь здесь. Высота этого дерева равна 3. Потому что я взял список седьмого размера и сократил его вдвое, и я сократил его вдвое, чтобы он болтался в этих двух измерениях, плюс или минус 1 для округления. Так что же я получу взамен? Теперь у меня есть бинарный поиск. Но это не похоже на середину середины. Теперь я следую за этими стрелками в одном из двух направлений. Таким образом, у каждого из этих узлов теперь есть int и, возможно, указатель влево и указатель вправо. Но вы можете называть их как угодно. Итак, я вернул двоичный поиск и динамизм. Потому что если вы хотите добавить 0 или 8 или 9 или 10, мы можем просто повесить их в нижней части дерева двоичного поиска, так как же это будет выглядеть в коде. Но на самом деле мы не будем реализовывать это построчно. Ну вот ранее было наше определение узла для связанного списка, которое было одномерным, если хотите. Даже несмотря на то, что оно могло подпрыгивать вверх и вниз по экрану. Это все равно была всего лишь линия, если хотите. Что же, позвольте мне избавиться от единственного указателя в связанном списке. Позвольте мне освободить немного места здесь, в этом tpdf. И позвольте мне предложить, чтобы мы просто добавили два указателя, каждый из которых является звездочкой узла структуры один из них по соглашению будет называться левым, один по соглашению будет называться правым. И поэтому пока кто-то не я, ни сегодня не в классе, пишет код, который также объединяет эту структуру данных, обрабатывая, так сказать, как левого, так и правого потомка. Я думаю, что мы действительно можем сшить эту двумерную структуру. И более того, как только вы запомните это, вы сможете довольно элегантно перевести сам двоичный поиск в код используя принцип, о котором мы тоже недавно говорили. Вот, например, функция, которую я напишу, просто щелкнув по шагам, называемым поиском, цель которой в жизни вернуть логическое значение. Истина или ложь, число, которое я ищу, находится в дереве. Поэтому эта функция поиска принимает два аргумента. Число, которое я ищу, называется числом, а затем указатель на дерево, так называемый корень дерева. Теперь, как я могу реализовать двоичный поиск в коде? Хорошо вспомните наше краткое обсуждение рекурсии. Оказывается, рекурсия – прекрасная техника. И, честно говоря, более очевидная техника, когда у вас есть двумерные структуры, что, наконец, спустя пять с лишним недель мы сейчас и делаем. Вот, возможно, моя первая строка кода. Если дерево равно нулю, то, очевидно, возвращайте false. Вы вручили мне пустое дерево. Ничего не происходит. Очевидно, номера, который вы ищете, здесь не будет. Так что это мой надежный базовый вариант, чтобы убедиться, что я не облажаюсь и не буду рекурсивно повторять бесконечно. Ну а что еще может быть в этом случае? Хорошо, если число Которое я ищу меньше собственного числа дерева. А теперь вспомните, что дерево это узловая звезда. Так что, хотя я и называю его деревом, на самом деле это текущий узел, который был передан. Итак, если число, которое я ищу, меньше номера текущего узла, то я должен знать, что искомое число находится, так сказать, слева. Так как же я могу это решить? Ну вот тут-то и проявляется магия рекурсии. Просто верните любой ответ, чтобы снова вызвать поиск, но уже по, -по дереву, если хотите. Это равносильно отрезанию половины дерева. Пройдите в левое по дереву, если хотите, с тем же номером. В противном случае, если искомое число не меньше номера текущего узла, а больше, отрежьте вместо него другое по дереву. И просто верните все, что поиск найдет в нужном по дереве здесь. И затем есть четвертый и последний случай. Что еще может быть логически верным? Да. Число равно числу? Дэвидш Малан идеально. Если число, которое вы ищете, равно числу в этом узле, то я просто верну true. И вы, возможно, помните из наших повторяющихся обсуждений дизайна, мне не обязательно спрашивать об этом прямо: либо узла нет, он слева, он справа, либо вы его нашли. Так что я могу просто сократить это, как обычно, до другого. И это теперь возвращает мне истину. Так что и здесь рекурсия, как только вы освоитесь с ней, начинается. Она становится довольно элегантной и крутой в том смысле, что вау, несмотря на то, что здесь много строк. Я имею в виду, есть всего несколько интересных строк. Во многом это фигурные скобки, от которых, строго говоря, я мог бы избавиться. Таким образом, рекурсия также обладает элегантностью, когда дело доходит до обхода этих двумерных структур данных так вот как в коде вы могли бы реализовать что-то вроде поиска. Тогда вопросы по этим деревьям? У нас есть динамизм, мы можем вставить в них больше узлов. Они работают быстрее, потому что мы улучшаем ваш поиск. Но, но, но за это должна быть заплачена цена. Есть какие-нибудь недостатки или вопросы или недостатки? Вопрос. Дэвидж, Малан, Хорошо, позвольте мне вернуться к этому и всего на секунду. Однако, с другой стороны, какую цену мы заплатили за этот динамизм и за эту возможность бинарного поиска? Даже несмотря на то, что я абстрагировал это на картинке, Дэвидж, Малан, скажите еще раз, Дэвидж, Малан, мы используем много памяти. Я сейчас как бы водю вас в заблуждение, потому что я просто рисую эти маленькие квадратики с простыми цифрами. Но на самом деле там три вещи. Четырехбайтовое целое число, восьмибайтовый указатель влево, восьмибайтовый указатель вправо. Таким образом, у нас уже есть 16-20 байт для хранения отдельных целых чисел. Это Вероятно, нормально, хотя если память относительно дешевая и объемная, как это происходит в настоящее время. Но это своего рода компромиссы. И здесь тоже вы видите намек на то, почему некоторым людям все еще нравится, и вы видите, и на самом деле это так вездесуще. Потому что, когда у вас есть C, вы действительно можете точно настроить, сколько памяти используется в лучшую или худшую сторону под капотом. Поскольку мы скоро переходим на Python, эти решения принимаются за вас. И у вас гораздо меньше контроля над тем, сколько памяти используется вашей программой потому что кто-то другой принимал проектные решения за вас. Вопрос. Дэвидж, Малан, плохо ли, если у нас нет родительского узла? Не обязательно. Нет никаких причин, по которым вам нужно иметь указатели в обоих направлениях. Однако это может повысить эффективность. Потратив больше места и направив стрелки вверх, вы действительно сможете сэкономить больше времени при поиске по дереву и в других контекстах. Однако это был бы канонический способ, типичный способ его реализации. Но абсолютно точно, точно так же, как двусвязный список, это могло бы помочь вам решить и другие проблемы. Так что, оказывается, я переоцениваю бинарные деревья поиска. В них есть, так сказать, извращения, из-за которых они на самом деле не будут вести себя так, как рекламируется. Например, вот хорошая ситуация. Предположим, что у вас изначально пустое дерево, и вы вставляете цифру 2. Ну, это же должно куда-то идти. Так что с таким же успехом оно может стать корнем этого двоичного дерева поиска. И давайте предположим, что кто-то написал код для этого. Теперь вы хотите вставить цифру 1 и хотите сохранить возможность поиска по этому дереву. Что же важно отметить, что бинарное дерево поиска отличается от дерева. Если у вас просто есть дерево в памяти, то нет никакого социального контракта с тем, куда должны идти числа. Они могут быть совершенно случайными повсюду. Двоичное дерево поиска означает, что вы можете выполнять двоичный поиск, Означает, что любой узел здесь будет больше, чем каждый узел здесь, и меньше, чем каждый узел здесь. И это определение. Это структурное рекурсивное определение, которое должно быть истинным, чтобы быть двоичным деревом поиска или по британскому летнему времени. Так что, если мы сами сохраняем это свойство, позвольте мне вставить 2, позвольте мне вставить 1. 1 принадлежит туда по этому определению. Позвольте мне вставить 3. Трое принадлежат туда по этому определению. Но мне вроде как повезло в том, что я в рассказе вставил 2, а затем 1, а затем 3. Позвольте мне предложить своего рода извращение алгоритма, при котором нам просто не везет, Позвольте мне предложить сначала вставить один, а затем вставить два. Ну и куда же деваются два? Ну, по логике вещей, она идет вправо, потому что она больше. Теперь пользователь вставляет три. Куда она идет? По логике вещей, она идет туда. И как же разворачивается эта история? Пользователь вставляет 4, 5, 6. Она чудесно отсортирована заранее по удаче. Но в каком смысле это извращение структуры? Технически это все еще двоичное дерево поиска. Но на что оно больше похоже? Оно действительно превращается, если хотите, в связанный список. И поэтому, если вы программист, не реализуете двоичное дерево поиска с каким-то ремонтом. Так что, как только что-то становится вау слишком длинным и тягучим, я думаю, что смогу это исправить. Это будет раздражающая строка, несколько строк кода, которые мы не собираемся писать здесь или в пи-наборе. Но мы могли бы повернуть эту штуку вспять. И мы могли бы просто перестроить вещи так, чтобы эти два слова стали новым корнем. Единица становится левым ребенком. Тройка становится правым ребенком. Но это что? Две-три с лишним строки кода. Это возможно. Это выполнимо. Но это дополнительная работа. Это дополнительный код. Так что если вы не напишете этот код и не будете поддерживать баланс этих деревьев, то то, что это двоичное дерево поиска, не означает, что его высота будет равна логарифмическому основанию 2 из n. Высота может быть n, и в этом случае вы не получите этих свойств. Так что когда дело доходит до поиска в сбалансированном двоичном дереве поиска, да, это лакен. Но если оно не сбалансированное, если вы не добавите эту дополнительную логику в эти ремонтные работы, так сказать, это может перерасти в большое УИЗН. И это целая категория алгоритмов и причуд, которые вы изучили бы в курсе более высокого уровня по алгоритмам и структурам данных. Есть много способов исправить такого рода ошибки, на которые я намекаю на картинке там на экране несколько других структур данных, если хотите, в конце своего рода святого Грааля информатики. Так что Лакен – это всегда действительно хорошее место, чтобы закончить. Мы начали с нулевой недели и получили Лакен. Мы потеряли его сегодня утром, представив связанный список, но мы только что вернули его хотя и ценой больших затрат места. Но святой грааль, так сказать, когда дело доходит до алгоритмов, конечно, не будет большим окей. Определенно не n в квадрате, как наши пузырчатые сорта и селекционные сорта. И даже небольшое о из логарифмического числа n. Что лучше всего этого? Просто большое о из одного постоянного времени. Это святой грааль. Потому что если бы мы могли хранить огромные объемы данных, но находить их мгновенно за один шаг или два шага, или, черт возьми, даже за 10 или 20 шагов. Но независимо от размера структуры данных, это было бы довольно мощно. Я имею в виду, что это секретный соус Google и Твиттеров по всему миру, пытающихся получить результаты очень-очень быстро. Оказывается, еще одним абстрактным типом данных или абстрактной структурой данных может быть то, что называется словарем. Точно так же, как оксфордские словари английского языка Мэриэм Вебста, которые вы, возможно, знаете, ассоциируют, скажем, слова с определениями. Ну, вы можете думать о словаре действительно абстрактно вот так. Возможно, две колонки в какой-то электронной таблице, где левая колонка представляет что-то, а правая колонка представляет что-то другое. Слово находится слева, а его определение справа. И это почти буквально то, что представляет собой словарь на бумаге. У вас есть все слова и все определения прямо рядом с ним. Но в более общем плане в вычислительной технике словарь на самом деле состоит не из слов и определений как таковых, а из пар ключ-значения. Это художественный термин. И мы будем видеть это снова и снова, особенно по мере перехода к веб программированию ключам и значениям. Ключ это то, что вы используете для поиска чего-то. Ценность это то, что вы в конечном счете находите с помощью этого ключа. Так что это общий термин. Мы действительно видели пары ключ-значения в прошлом. На нулевой неделе мы говорили о том, что ваши контакты и ваш телефон iPhone или Android это приложение, в котором есть целая куча контактов, предположительно расположенных в алфавитном порядке по имени, фамилии или тому подобному. Ну, на одной из этих контактных карточек в конечном счете есть чей-то номер, например, как в данном случае у Джона Гарварда. Так что в приложениях такого типа ключом является имя, например, Джон Гарвард, которое вы используете для поиска информации. А значением является число, которое вы там найдете. Или если есть дополнительная информация, например, где он живет, адрес электронной почты и тому подобное то ее значением может быть вся контактная карточка. Ключ это то, что вы используете для поиска Джона Гарварда. Теперь на нулевой неделе О и скорее всего соответствующая таблица, тогда если мы нарисуем это в двух столбцах. Не будет словом и определением или значением ключа в общем виде, это будет имя и номер, например. Таким образом, мы просто применяем новую терминологию к этой старой проблеме контактов. Что же это картина, которую мы нарисовали еще на нулевой неделе, в соответствии с которой я утверждаю, что логарифм был действительно очень хорошим. И действительно, так оно и было с тех пор. Но Святой Грааль действительно был бы чем-то более похожим на это в этой пунктирной зеленой линии постоянного времени. И может быть не буквально один шаг, а фиксированное количество шагов. Чтобы даже если проблема становится огромной вы уходите далеко-далеко вправо от оси X, проблема не зависела от размера. Время на решение проблемы совершенно не зависит от размера самой проблемы. У вас может быть тысяча контактов или сто тысяч контактов, постоянное время означает, что требуется одинаковое количество шагов, несмотря ни на что. Хорошо, как мы можем добраться до этой точки. Ну, сегодня есть пара заключительных строительных блоков. И еще один называется хеширование. И это то, что будет повторяться несколько раз. Но на данный момент хеширование заключается в том, чтобы взять в качестве входных данных некоторое значение и вывести его более простую версию. Вот, к примеру, безвозмездно большая колода карт, которые в результате становятся еще более заметными. А в колоде карт, как правило, у вас есть сколько? 52 карты плюс, может быть, джокеры и еще много чего. И на каждой из этих карт изображено несколько сортов и масть. А вот буквально 4 ведра на сцене. И как я могу отсортировать эти карты? Не только по номеру, но и по масти. Ну вы, конечно, могли бы разложить их все по полочкам и устроить беспорядок, и просто рассуждать по-своему, и привести все в порядок в соответствии с мастью и по номерам. Но большинство из нас, даже если у вас дома нет четырех ведер, вероятно, собираются сделать что-то более интуитивное, похожее на оптимизацию. Где, если я найду девятку червей, я положу ее в ведро червей. Король пик, я положу это в ведро пик. Бубновый валет вон там. И я сделаю это с бубновой дамой, и тузон трев здесь, и тройкой здесь, и десяткой здесь. И хотя это все равно будет 52 шага, почему я. И может быть дома, почему бы вам возможно сначала сделать этот шаг? В чем ценность монетизации ценностей таким образом? И это на самом деле художественный термин. В чем ценность того, чтобы сначала сделать это, прежде чем просеивать и пытаться отсортировать цифры? Да, так легче убедиться, что вы не ошибаетесь. Дэвид Малан, да. Так легче убедиться, что вы ничего не упустили. И это значит взять проблему 52 размера и сократить ее до 4 проблем 13 размера, если хотите. И так далее. Это просто помогает упростить ситуацию, возможно, снижает вероятность ошибок и тому подобное. И то, что я здесь делаю, выражаясь техническим термином, заключается в том, что я хеширую значение. Я беру в качестве входных данных такую карту, как эта. И я сокращаю его более просто с более широкой области до гораздо меньшего диапазона, если хотите. Итак, вот области с 52 возможностей. Я хочу сопоставить это с диапазоном из четырех возможных исходов, бубны, трефы, червы или пики здесь. И поступая так, я просто уменьшаю масштаб проблемы. Так что хеширование делает это. Это буквально схема типа f of X, при которой вы передаете что-то и получаете обратно более простое и известное значение. Ну, хэш-функция более технически – это алгоритм. Или даже математика, или даже код, который реализует эту идею, преобразуя что-то большее во что-то меньшее в этом действительно конечном диапазоне значений. И оказывается, что хэш-таблицы – это замечательное применение массивов и связанных списков для того, чтобы попытаться использовать лучшее из обоих миров. Теоретически цель состоит в том, чтобы достичь этого святого Грааля постоянного времени. И это будет немного преувеличением, потому что вы не всегда достигнете цели в точности. Но по крайней мере мы можем приблизиться и к этому. Таким образом с помощью хэш-таблиц у вас получится нечто похожее на это. Это всего лишь массив. Это изображение художника, нарисовавшего его вертикально, а не горизонтально. Но это всего лишь графическая деталь. И этот массив, например, может быть 26 размера. И к чему я это веду? Хорошо, как Apple, как Google хранит ваш контекст в алфавитном порядке в вашем телефоне и быстро выполняет поиск. Но они могли бы. Они, вероятно, расположены в алфавитном порядке, по крайней мере на английском языке, в соответствии с A через Z. Или если мы преобразуем это в цифры, это будет примерно так. 65 через что угодно. Или действительно, достаточно от 0 до 25. Если мы используем массив размером 26, мы начинаем отсчет с нуля и считаем до 25. Но давайте абстрагируемся от этого как от простых букв алфавита. Так что, возможно, то, что Google и Apple делают в вашем телефоне, это хранят все буквы Верху все буквы я внизу и все остальное между ними. И так вот, это работает довольно хорошо, если вы начинаете добавлять своих друзей и свою семью. Например, так. И я избавлюсь от письма, чтобы не отвлекать. Элвис может занять это первое место, потому что а если вычесть 65 равняется нулю. Поэтому мы поместили его в первое ведро, ведро А. Может быть Захария окажется там в самом конце. А затем посередине может оказаться Гермиона. И если мы сделаем это точка, 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 вы продолжите добавлять всех своих одноклассников, вы можете получить базу данных контактов, в которой есть все эти данные здесь. Теперь Теперь каждый из этих узлов нарисован по-разному, потому что это просто еще одно исполнение художника. Эти прямоугольники, эти длинные прямоугольники, представляют собой контактную карточку, как у Джона Гарварда, на которой есть имя, возможно, адрес электронной почты, определенно номер телефона и тому подобное. Так что это кажется отличным. Почему? Как я могу найти Алвиса? Ну что же я иду в ведро А? Как мне найти Захариаса? Я иду в ведро Z. Как мне найти Гермиону? Я иду в ведро H. Но-но-но, я сделал это очень сознательно. Какая проблема в конце концов возникнет, если предположить, что у вас достаточно одноклассников? Дэвид Ш. Малан, да? Там будет слишком много людей, слишком много контактов для всех доступных мест в массиве. Здесь еще есть немного места. Но я почти уверен, что если я вспомню этот конкретный класс, у нас будет не Гермиона, а Гарри, который тоже Ха-Хагрид, который тоже Ха. Так куда же их девать? Я мог бы просто поместить их произвольно в любое из открытых мест. Но тогда вы теряете непосредственность перехода прямо к букве «Н», прямо к букве «А», прямо к букве «Я». Но теперь, когда у нас есть связанные списки, мы можем объединить эти идеи. Используйте массив, чтобы добраться до первой буквы интересующего вас имени. И затем, если у вас, так сказать, возникнет коллизия, в результате которой кто-то уже там, вы не сделаете ничего глупого, например, поместите Гарри сюда только потому, что он доступен. Или, может быть, Хагрида сюда только потому, что он доступен, потому что тогда вы теряете непосредственность. Посредственность поиска. Почему бы вам просто не соединить их вместе в список ссылок? Теперь что это значит? Это означает, что для большинства персонажей здесь у вас есть постоянный поиск по времени. Вы ищете Элвиса бум, все готово. Захария бум, все готово. Хорошо, Гарри Гермиона, Хагрид. Это может быть один, два или три шага. Так что на самом деле это превращается во что-то линейное. Но сегодня мы проводим различия между теоретическим временем работы, о котором мы продолжаем говорить. И, честно говоря, временем работы на стенах часов, о котором заботятся реальные люди. Это намного быстрее, чем связанный список, потому что вам не нужно искать каждое имя. Это даже быстрее, чем массив потому что вам не нужно выполнять двоичный поиск. Вы можете буквально найти большинство имен за постоянное время, один шаг. И опять же, теоретически это не является постоянным, потому что эти... Если вы подружитесь только с людьми, у которых есть имена H, это все равно будет безумно длинный связанный список. Так что, опять же, это действительно зависит от характера данных. Но это довольно близко к постоянному времени. И в самом деле, как мы могли бы подойти еще ближе? Как мы могли бы уменьшить вероятность столкновений для буквы N или любых других букв? Как мы могли бы избежать объединения слишком большого количества имен N вместе? Дэвидж, Малан, говорите немного громче. Дэвидж, Малан, хорошо, да. Так что мы могли бы добавить еще одно измерение, если хотите. Но давайте не будем добавлять третье измерение как таковое. Но давайте действительно посмотрим не только на первую букву имени каждого, но и на первую и вторую. И в самом деле давайте посмотрим, продвинется ли это нас немного дальше. Так что позвольте мне продолжить и предложить, если вы пройдете через всю вселенную Гарри Поттера, то на самом деле будет много столкновений, если мы будем продолжать в том же духе. Итак, у нас здесь есть буквы L, R, S и так далее. Что же, давайте наведем здесь порядок. Гермиона изначально отправилась в локацию N. Но давайте уменьшим вероятность столкновений там и везде. Еще. Вместо того, чтобы собирать Гермиону, Гарри и Хагрида вместе, давайте сделаем это вместо этого. Вместо того, чтобы маркировать эти ведра от А до Я, давайте дадим себе больше ведер. Так что на самом деле это может быть H. Ну, вместо H, может быть это должно быть Х, а затем это должно быть HB, C, HD, HF. Некоторые из них немного бессмысленны, потому что я не могу придумать имен, которые соответствовали бы большинству из них. Но это детерминистично. По крайней мере, мы знаем, что ведро будет там, что важно, даже если оно пустое. А теперь мы можем положить Гермиону сюда. Мы можем положить Гарри сюда. Но мы сделали это не совсем хорошо. Хагрид все еще сталкивается. Так что позвольте мне вернуться к вам. Как мы можем уменьшить вероятность столкновения Гарри и Хагрида? Еще одно письмо. Дэвидж, Малан, да. Итак, мы можем взглянуть на третью букву. Так что позвольте мне попробовать это. Вместо Ха давайте посмотрим на Ха. Хаб, Хак. Точка, Точка, Точка. Хак. Точка, 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 Точка. Хек. Она, Он и так далее. И теперь я думаю, что эти имена и, вероятно, все остальные, которые мы видели, теперь распределены гораздо более четко. Вероятность столкновений гораздо ниже, если только у двух людей не почти одинаковые имена или одно не является префиксом другого. Но, 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 несмотря на то, что сейчас мы как никогда близки к постоянному времени. Потому что вероятность того, что мы столкнемся и нам придется перейти к связанному списку, намного ниже, в чем недостаток, который не совсем очевиден из того, как я изобразил это на экране. Какую цену я здесь плачу? Да. Так много воспоминаний. Дэвидж, Малан, это огромный объем памяти. Количество ячеек здесь в массиве сейчас равно 26 раз, 26 раз 26 для первого, второго и третьего возможных символов комбинаторно объединенных здесь. Это много. Я даже не рисовал их. У меня есть точка, точка, точка. Вызовите это вместо этого. Это огромный объем памяти. Сейчас это очень разреженный набор данных. И скорее всего вы потратите впустую так много памяти, даже для таких имен, как хэ, ха, хек. Я даже не могу придумать имен. Так много этих ведер будут пустыми, не говоря уже о А, З а, и обо всем остальном, что между ними. Так что это компромисс. И это может оказаться слишком дорогим компромиссом. И поэтому вам, возможно, придется терпеть что-то вроде столкновений, которые у нас были ранее, в результате чего, хотя они вполне могут произойти. По крайней мере, вы уменьшаете вероятность, возможно, имея больше таких ведер. И в самом деле, если я сейчас перемотаю назад к тому, куда мы могли бы пойти с этим, вот как мы могли бы представить эти узлы в дереве. Ранее в прошлом у нас был человек, у которого было имя строки и номер строки он же теперь символ звезда. Итак, здесь и сейчас может быть то, как в этой хэш-таблице мы представляем чье-то имя и номер, а также указатель на следующий элемент в списке. Позвольте мне перемотать назад только к картинке здесь. Мы продолжаем рисовать разные фигуры, потому что, опять же, это абстракции. Кого на самом деле волнует, в каком масштабе они сейчас? У нас достаточно места для имени человека, не изображенного на экране, это номер Гермионы. Но это где-то в этом прямоугольнике. Но да, изображенный здесь в этом маленьком квадрате указатель на следующий узел в списке. Таким образом, сохраняем имя и номер, может быть ее адрес, может быть ее почтовый адрес, что угодно в дополнение к указателю. Позволяет каждому из этих узлов подключаться точно так же, как узлы в связанном списке. Но они начинают с того, что выстраиваются в ряд. Таким образом, массив дает нам 126, или дает нам, сужает проблему с 26 размера до 1, приводит нас к соответствующему связанному списку. Надеюсь, это один человек или, возможно, их больше. Между тем, что такое сама хэш-таблица, хэш-таблица, все это буквально просто массив. Я жестко запрограммировал простейшую версию размера 26. Но что делает каждая из этих полей в вертикальном массиве, представляющая собой просто указатель на потенциально узел? Узел в связанном списке. А если там никого нет, если в местоположении y или x или в чем-то подобном в этой вселенной никого нет, то это просто нулевой указатель, означающий, что там никого нет. Но если он и есть, то это будет указатель на допустимый узел, с которого мы сможем добраться и до любого другого. И это так называемая хэш-функция, точно такая же, как та, которую я сделал с поздравительными открытками. Ну, это просто черный ящик, если хотите но реализованные где-то в коде, например, в C. Итак, если вы передадите альбус, каково хэш значение альбуса? Ну, в первой версии истории с 26 ведрами это должно быть 0. Если вы пройдете мимо Захарии, то это должно быть 25. Итак, точно так же, как мои карты хэшировались до 1, 2, 3, 4 значений, Теперь эти имена хэшируются до одного из 26 вариантов. Или 26 раз, по 26, или 26 в третьей степени, если у вас больше и больше детализации, чем это. Вопросы по этой реализации сейчас это идеи хэш-таблицы. Должны ли мы использовать значения null и тогда? Дэвидж, Малан, если вы, повторите это еще раз с нулем. Могли бы вы когда-нибудь им стать? Дэвидж, Малан, о, хороший вопрос. Итак, если там так много разряженности, то в массиве есть все эти пустые ячейки. Не могли бы вы просто войти и освободить их, или удалить их, или просто уменьшить массив, и не иметь АА. И ААП, и ААК имеют только префиксы, два или три символа, которые вам нужны, вы абсолютно могли бы это сделать. Но теперь вы теряете арифметическое преимущество от возможности сопоставить каждую букву с числом, если вы начнете освобождать неиспользуемое пространство. Вы не будете знать, что Захария обязательно находится в местоположении 25. Альбус все еще будет в нулевой точке. Но если вы удалили некоторые элементы посередине, Захария может быть 24 года, если вы удалили один, и 23, если вы удалили другой. Итак, у вас нет той арифметической оперативности, которая вам нужна для индексирования в массив с постоянным временем. И то же самое будет верно, если это две буквы или три буквы. Вы должны быть уверены, что сможете быстро посчитать и перейти идти к нужному индексу за постоянное время. И в этом опять же привлекательность этих массивов. Поэтому, когда дело доходит до времени работы хэш-таблицы, вставки в нее значений, поиска в ней значений, в конце концов, технически это большое Oзn. Потому что в самом безумном случае у вас может быть огромная причудливая хэш-таблица. Но у каждого человека во вселенной есть имя начинающееся на букву H а затем оно просто превращается в действительно длинный связанный список. Точно так же, как двоичное дерево поиска могло бы сделать то же самое. Но если вы выберете более умную хэш-функцию, может быть вы смягчите это и будете полагаться не только на первую букву, но и на вторую или на третью или на какую-то другую комбинацию этих входных данных, и сделаете свою хэш-функцию умнее, скорее всего. Если вы получаете хорошую хэш-функцию, вы хотите, чтобы она была больше порядка n, деленного на k, где k математически означает константу. Итак, k — это количество сегментов. Таким образом, в идеале вы хотите равномерного распределения. Вы хотите, чтобы здесь было столько-то людей, столько-то людей. Вы же не хотите, чтобы там было немного людей или их вообще не было. Вы хотите равномерного статистического распределения. И может быть вы поняли это по человеческим именам, а может быть и нет. Но в этом и заключается задача хэш-функции. Конечно, большое значение n над k – это не то, потому что мы всегда отбрасываем такие константы, как k. Значит, это все еще большая буква O. Но опять же, отличие сегодня в том, что окей, да, академически вы узнали все из 50, что, конечно, это большое значение. Но, боже мой, это в 26 раз быстрее, если вы хорошо выполняете хэш-функцию и распределяете всех по хэш-таблице. И в этом привлекательность такого рода структур. И у нас есть еще одна для вас, если позволите. И это то, что теперь называется попыткой. Получается, что попытка еще круче, если вам нравятся такого рода вещи, в том смысле, что она не превращается в большую букву. Это действительно постоянное время но за это придется заплатить. Вы попались. Три – это что-то вроде более причудливого дерева. И это сокращение от поиск, но произносится три по странным историческим причинам. Но три – это дерево, каждый из узлов которого является массивом. Так что сейчас все это безумная мешанина. Люди начали изобретать структуры данных, просто комбинируя разные. Так что, к сожалению, многие хорошие идеи были заимствованы. Но вы просто получаете выгоду от определенных аспектов этих структур данных. И их объединение в идеале дает вам лучшее из обоих миров, так сказать. Так что здесь может быть корень проблемы. Это буквально большой узел, большой прямоугольник. Но на самом деле это массив. Таким образом, на этом снимке 26 местоположений. А вот как вы используете трай, например, название магазинов точно так же, как хэш вы рассматриваете каждый из элементов этого массива в этом узле как букву алфавита, таким образом от а до я или от 0 до 25. И если вы хотите сохранить здесь чье-то имя, вы делаете это следующим образом. Если вы хотите сохранить букву N, вы указываете местоположение N. А если вы хотите сохранить вторую букву чьего-то имени, например букву А, вы добавляете под ней еще один узел. И все такое. Одно соединено с другим. И затем вы идентифицируете букву А в этом массиве. А затем вы продолжаете и возможно ставите букву Г, если цель состоит в том, чтобы сохранить спойлер сейчас Хагрида в этой структуре данных. А затем R и А затем D. Но когда вы дойдете до буквы D конца имени, вы должны каким-то образом отметить, что это конец имени, которое мы встроили в эту структуру данных. Таким образом, в то время как все это обозначено белым цветом, просто для того, чтобы было очевидно, что мы с чем соединяем, зеленый цвет должен быть похож на символ буль, который является истинным и просто указывает на то, что доллар здесь заканчивается. Да это последняя буква в чьем-то настоящем имени. И что сейчас здорово в 3, так это то, что мы можем повторить это и для других имен. Так, например, вот куда мы могли бы поместить Гарри и обратите внимание, у них общая приставка Х для Хагрида, Х для Гарри. Поэтому мы повторно используем некоторые из этих узлов, некоторые из этих массивов. Мы даже можем подсунуть сюда Гермиону, позаимствовав только букву Х. Но она получает букву Н, затем Е, e, затем РР, и e и так далее. И мы также отмечаем в конце ее имени, что она там. А теперь что здесь на вынос? Хорошо, сколько времени длится 3. Сколько шагов требуется, чтобы найти кого-то в этой структуре данных? И позвольте мне уменьшить масштаб, чтобы она внезапно превратилась в массивную структуру данных, в которой их еще больше. Может быть, это выглядит. Извините. Нет, я оставлю это на этом. Может быть, это выглядит примерно так, только с этими тремя именами. Но сколько шагов нужно сделать, чтобы найти Хагрида или Гарри или Гермиону, независимо от того, сколько имен в этой структуре данных. На данный момент их три. Но сколько для этого нужно? Хагр и Д. Итак, 6 шагов, чтобы найти Хагрида. ха пять 5 шагов, чтобы найти Гарри. ха и ОНЕ 8 шагов, чтобы найти Гермиону. Но обратите внимание, что эти шаги зависят только от длины имен людей. И давайте предположим, что ни у кого не будет бесконечно длинного имени. Оно будет максимальным, сколько 8? Нет, может быть 18, может быть 20-30. На самом деле там есть несколько довольно длинных человеческих имен. Но это будет конечное число. Вы же знаете, что оно ограничено. В то время как большинство контекстов в может расти вечно. И так что здесь убедительно, так это то, что если вы предположите, что самое длинное имя я не знаю 50 ради темы здесь, то вы знаете, что поиск любого человека в этой структуре данных займет более 50 шагов. Таким образом, 50 50, это константа, а это означает, что у вас есть большое О одного времени работы. Не имеет значения миллион человек в этой телефонной книге или миллиард человек в этой телефонной книге. Это определенно добавит к ней больше узлов. Но вам все равно потребуется хар, извините, ХАГР и д 6 шагов, чтобы найти Хагрида, Хрр р 5 шагов, чтобы найти Гарри. Даже если в этой структуре данных есть миллиард других людей, и так похоже, что у нас действительно есть постоянное время, если предположить, что длина имени будет ограничена. Почему бы нам тогда не использовать попытки для всего? Какую цену мы платим за эту структуру данных, несмотря на то, что мы представили здесь всего три символа? Да, Дэвидж Малан это очень много памяти. Да, и вы можете видеть это даже с этими тремя именами, большинство квадратов на экране пусты, байты и биты, которые там есть и выделяются. И они должны быть там, потому что вы должны быть в состоянии сделать эту арифметическую вещь, когда это равно нулю, а это равно 25. Так что вы можете прыгать от бум-бум-бум-бум, основываясь на каждой из букв. Но это чрезвычайно разряженная структура данных, а это значит, что она занимает безумный объем памяти. Возможно, это терпимо, особенно для коротких имен. Но это тоже будет компромисс. А это такая напряженность в вычислительной технике почти в любой момент, когда вы хотите улучшить время, вы хотите повысить эффективность, скорость вашего алгоритма, вы будете тратить пространство. Если, напротив, вы хотите уменьшить объем пространства, вам вполне может потребоваться увеличить время работы. И это действительно так, эти качели взад-вперед. И вы, ваши коллеги, ваша компания должны решить, какой ресурс является самым ценным. Черт возьми, закодировать одну из этих структур данных может быть намного сложнее, чем другую. Вы же человек. Ваше время ценно. Вы действительно хотите потратить часы на реализацию трай, когда, эй, в наши дни за 30 минут я могу создать массив или даже связанный список. Там тоже время разработки будет еще одним ресурсом. И почему иногда бывает хороший код или плохой код? Это зависит от того, что вы ставите в приоритет. Так как же выглядит каждый из этих узлов в Трай? Что же мы можем продолжать называть это узлом? Это очень общий термин, обозначающий просто контейнер в этих структурах данных. Однако в этой истории позвольте мне утверждать, что у каждого есть номер. Например, номер телефона, строка, она же символ звезда. У каждого узла 26 дочерних элементов или технический массив размером 26, который может указывать на большее количество этих узлов. Обратите внимание, что мне не нужно хранить имя кого-то при попытке, потому что это не явно указано в пути, по которому вы идете, чтобы найти его. Так что это незначительная оптимизация. Но это экономит нам немного места. Но это была бы просто другая структура данных, которую мы могли бы использовать и для решения этой проблемы хотя и с очень дорогими затратами. А какой нам нужна наша переменная, чтобы хранить результат попытки? Как и раньше, нам просто нужен один указатель, который висит на корне этой структуры, который равен нулю, если он пустой, или не нулевой, если он на самом деле указывает на что-то. У вас есть какие-нибудь вопросы по этому поводу? И если вам кажется, что это слишком много, то пожарный гидрант это то, что нужно. Мы начали с массивов, затем связанного списка, затем попыток. Но вопросы о том, как мы только что собрали из этих основных строительных блоков. Да. А почему это не корень 3? Какое это имеет значение? Дэвидж, Малан, хороший вопрос. Почему это не 26 размер? Это точно так же, как и в случае со связанным списком, просто в коде удобно иметь отдельный дополнительный небольшой указатель, который просто указывает на начало структуры данных потому что таким образом он может быть нулевым, тем самым четко указывая на отсутствие узлов. Вся структура пуста. Если бы вы выделили один из этих узлов, вы абсолютно могли бы это сделать. Но тогда вы просто потратили бы в пустую пространство, даже если оно пустое. И это создает двусмысленность. Так что просто иметь один указатель, связанный с началом всех этих вещей, это хорошо. Теперь другие вопросы по попыткам деревьям, хэш-таблицам или массивам. Так какие же проблемы могут возникнуть? Что же, вот контрпример? Какие имена проявляются в этом примере здесь? Не стесняйтесь просто называть их вслух. Что вы видите? Даниэль. Дэвидж. Малан. Даниэль и Дэниэл. Так что, по-видимому, если здесь два имени, одно из которых является префиксом другого, обратите внимание, что структура данных все еще работает. И я выбрал имя друга, а затем добавил к нему еще пару символов это тоже имя, потому что у нас здесь d n i l И зеленый цвет технически реализован как буль или что-то в этом роде, что указывает на то, что слово здесь заканчивается. Но мы не хотим препятствовать хранению Даниэль, которая, если хотите, является суперструной Даниэла. Так что это тоже нормально, пока структура позволяет указателям продолжать движение. Так что даже это работает нормально, тогда как иначе могло бы и не быть. И с точки зрения времени выполнения, просто чтобы внести ясность, в конце концов, попытки дают вам фактическое постоянное время для вставок, поиска, удаления и тому подобного. Потому что это зависит только от длины ввода ключа. Если позволите, а не от того, сколько других людей есть в вашем телефоне или адресной книге. И я подумал, что мы закончим визуальным обзором. Если вы вышли на площадь, кто-нибудь узнает это? Свит Грин, местное салатное заведение. На что мы здесь смотрим и как это связано с сегодняшним днем? Вы скоро станете еще более умным в реальном мире, потому что начнете видеть структуры данных повсюду. Что это такое? Или как это работает, может быть, в виде салата? Кто бывал в Свит Грин? Кто-нибудь из вас. Так как же это работает? Они разместят ваш заказ на ваше имейл, Дэвидж. Малан, хорошо, хорошо. Поэтому если вы заказываете салат для кого-то по имени L, когда он будет готов, они кладут его в раздел L здесь. Итак, это набор пар ключ значения, верно? Если L первая буква чьего-то имени, то значение, надеюсь, будет салатом. Итак, то, что у вас здесь есть, это словарь, пара ключ значения, где это не слова, а определение. Это имена и названия. И вы тоже можете думать об этом как о чем-то вроде хэш-таблицы. Почему? Хотя на самом деле она не помещается на одной длинной полке, потому что магазин такой большой, это действительно массив. И, по-видимому, отсутствует, или может быть она за углом. Но этот массив просто случайно сворачивается в несколько строк. Но концептуально это все равно одно измерение. Но предположим, что у двух людей L. что они обычно делают, они просто вставляют одну вторую букву. Дэвид Ш. Малан, да. Так что, может быть, они, если они хотят приложить к этому столько усилий, они могли бы посмотреть на вторую букву, а затем на третью букву. Скорее всего, это не настолько интересная проблема, чтобы ее можно было оптимально решить таким образом. Но они, вероятно, действительно начинают укладывать салаты друг на друга или, может быть, немного подтасовывают их. Итак, что у вас там есть? Хорошо, теперь, если вы начнете рассматривать объектив через очки CS50, хорошо, у вас есть матрица. А затем у вас есть эти связанные списки, которые здесь как бы растут. Но даже тогда вы сталкиваетесь с проблемой. Почему? Потому что на самом деле это не связанный список. Потому что что в какой-то момент вы перейдете здесь границу. Так что это что-то вроде массива массивов, потому что здесь можно разместить только 3 или 4 салата. Итак, короче говоря, мы начали сегодня намеренно говорить о реальных вещах, таких как стеки и очереди. И хотя это быстро переросло в бинарные деревья поиска, хэш-таблицы и попытки, даже эти вещи есть везде. Хотя они и не называют их таковыми, это всего лишь решение проблем. И теперь, когда у вас за плечами это последняя неделя изучения языка C, у вас есть еще больше технического инструментария, с помощью которого можно реализовать эти вещи в коде. На следующей неделе мы сможем быть уверены, что кто-то другой решил все эти проблемы. Мы представим Python. И строки кода подобные этой, наконец, станут строками кода подобными этому. Так что это то, что мы обещаем. И мы увидимся в следующий раз.